И не было среди них правды. И встал род на род, и стали воевать друг с другом. На этой огромной земле все было в изобилии. И только мира не было. Каждое племя и каждый род яростно отстаивал свою выгоду и свои интересы. До тех пор, пока не оказались на самом краю. Еще немного, и жить на этой земле будет некому. Со всех концов необъятной лесной страны шли люди. Земледельцы, купцы, охотники, воины. Все, кто уцелел в кровавой усобице. Шли с опаской, оглядываясь на соседей, готовые в любой момент выхватить меч. Шли, чтобы решить свою судьбу. В 862 году начался отсчет истории русского государства. Через 50 лет Русь уверенно выйдет на мировую арену. Через 120 превратится в сильную христианскую державу. Она выдержит нашествие, разорившее многие государства. Переживет могучие империи. Распространившись по континенту, станет самой большой страной мира. И на протяжении 7 веков ее судьбу будут определять потомки одного княжеского рода, ставшего великой династией. В середине V века на огромной территории между тремя морями, Черным, Белым и Балтийским, широко расселились славянские племена. Словения, как они себя сами называли, означало «владеющие словом», то есть говорящие на понятном языке, в отличие от соседних народов, речь которых славяне не понимали и потому называли немцами, то есть немыми. Управлялись славяне народным собранием – вече. Основными занятиями было оседлое пахотное земледелие, лесные и речные промыслы. Предпочитали селиться вдоль рек. Река и кормила, и давала путь в иные земли. Поселения обносили частоколом, оградой, и называли градами. Скандинавские купцы, самые частые гости на русском севере, будут настолько впечатлены количеством укрепленных поселений, что назовут эти земли Гордарики – страна городов. Леса вокруг изобиловали пушным зверем. Северные меха были самым дорогим и популярным товаром мировой торговли. Цена соболей, бобров и куниц на рынках Запада и Востока превышала их закупочную стоимость в 1000 раз. Благодаря мягкому золоту, небольшое поселение на берегу реки Волхов всего за полвека превратилось в процветающий город купцов и ремесленников, который славяне называли Ладога. Древняя Ладога располагалась на высоком мысу. На берегу были торговые пристани и судоремонтные мастерские. Оставшимися от корабельной обшивки досками ладожане мостили улицы и выстилали полы в домах. Центром города был торг. Там же собиралась веча. Вокруг торга плотно располагались мастерские – ювелирная, косторезная, слесарная, керамическая и литейная, где по арабской технологии варили особые бусы – глазки. Этими бусами расплачивались с лесными охотниками за пушнину, которую потом перепродавали приезжим купцам за серебряные монеты – дирхемы, имевшие хождение на всех рынках Европы и Азии. Сверхприбыли Ладоги имели свою оборотную сторону. Они часто привлекали разбойников. Но
страшнее любого набега оказалась война между своими. Каждое племя и каждый род хотели иметь свою долю в меховых барышах. Договориться между собой они не смогли. И лишь оказавшись на пепелище, славяне и лесные народы опомнились и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Общий совет племен решил: нужен князь, но такой, чтобы не имел ни корней, ни интересов на этой земле. Чужак. Он должен быть отменным воином, чтобы организовал надежную оборону, и опытным правителем, чтобы распределял прибыль и вершил суд. Такого человека нашли за морем, в северной стране. Князя звали Рюрик. Личность Рюрика остается в значительной мере былинной. Наиболее обоснованная научная теория отождествляет первого русского князя с прославленным датским конунгом Рориком Ютландским, который исчезает со страниц западных хроник на момент призвания князя славянскими племенами. Альтернативные версии о славянском, иранском и даже кельтском происхождении Рюрика не выдерживают проверки по археологическим и лингвистическим данным. Не подтверждают этого и письменные источники. Всю жизнь он жадно искал славы. Всю жизнь воевал. Лучшие воины Севера были готовы идти на край света, если он позовет в поход. Он был удачлив, отважен и безжалостен. И вот пришли послы из страны городов и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжить, и владеть нами». В этих землях все было в изобилии. Леса и реки, мед и пушнина, нежные женщины и отважные воины. Там конунг будет богат. Но будет ли он свободен? Нет. Послы дали понять, он должен принести перед всем народом воинскую клятву. Скандинавские воины клялись удачей. Нарушивший такую клятву был обречен погибнуть от собственного меча. Кто он? Воин или разбойник? Наемник или правитель? Как назовут в веках конунга Рорика? И все-таки Рюрик и его воины решили принести клятву и служить этой стране и ее народам. Служить по договору и обычаю. Верно. Навсегда. Согласно договору, князь должен был оборонять славянские земли и разбирать споры между племенами. За это он получал право сбора дани с населения и, возможно, процент с торговых операций. В 190 километрах от Ладоги Рюрик заложил крепость, одновременно и княжескую резиденцию и форпост на важном участке торгового пути. Позже это место назовут Рюриковым городищем. Некоторое время именно здесь был военный и административный центр славянских земель, пока ниже по Волхову не возник новый город, который так и назвали – Новгород. Новгород Великий делился рекой Волхов на две стороны – левобережную, позже будет называться Софийская сторона, и правобережную – торговая сторона. Большинство улиц имели деревянные мостовые, которые на два века старше парижских. Самая большая площадь находилась возле княжеского двора. Там обычно собиралась веча. В XII веке Новгород станет первым на Руси вольным городом-республикой с правом приглашать и изгонять князей. И будет сохранять свою политическую самостоятельность более трех веков. Экономическая мощь господина Великого Новгорода, владеющего землями от Прибалтики до Урала, сделает его одним из богатейших городов Европы. Под властью Рюрика оказались обширные земли.
Возможности открывались поистине сказочные. Тысячи купцов, которые шли со своим товаром по Волхову, платили пошлины за право прохода. Новгородский князь держал в своих руках торговые пути – Древний Волжский из Варяг в Персы и Новый Днепровский из Варяг в Греки, который шел в Византию. Византийская империя унаследовала земли и цивилизацию античной Греции и Рима. К IX веку она занимала огромную территорию – около 3,5 миллионов квадратных километров. На протяжении столетий империя была самым могущественным государством Средиземноморья. Столицей империи Константинополь, который на Руси называли Царьград, был самым большим городом средневекового мира. О красоте и богатстве Царьграда на Руси слагали легенды. Византийские купцы привозили на северные рынки невиданной красоты ткани и драгоценные украшения. Константинополь был заветной целью любого воина, сказочным городом, где исполняются мечты. Мысль о Константинополе не давала покоя Рюрику. И вот на 4-й год правления он отправил своих доверенных воевод Аскольда и Дира с войском испытать удачу. Шло время. Купцы из далеких земель приносили смутные вести о том, что приходили, мол, к Константинополю корабли росов. Поднялся шторм и разметал их. Но Аскольд и Дир не погибли под стенами Константинополя. Они вернулись, только не в Новгород, а в Киев, в самый центр торгового пути, и стали там княжить сами. В государстве, которое еще только складывалось, возникли два центра власти. Киев находился ближе к Великой Степи и Византийской империи. Новгород был ориентирован на Северную и Западную Европу. От того, какой из городов станет главным, зависело геополитическое развитие будущего государства. Но решать это довелось уже не Рюрику. Первый русский князь, пришедший из-за моря, теперь навечно уходил туда, откуда нет возврата. И провожали его со всей возможной торжественностью, стараясь облегчить умершему путь в иной мир. Языческий похоронный обряд предполагал огненное погребение. Считалось, что вместе с дымом душа уходит в верхний мир. Тело умершего размещали на сложенном из бревен сооружении. Рядом с ним все, что может понадобиться в загробном мире, включая рабов и коней. Знатных воинов хоронили в ладье. После сожжения прах собирали в особый сосуд и насыпали над ним курган. Затем следовала тризна, поминальный пир и своего рода турнир – состязание в воинском искусстве. Заморский князь выполнил все, что обещал, и свои клятвы не нарушил. И кем бы он ни был – славянином или скандинавом, опытным правителем или удачливым разбойником, князь Рюрик стал основателем первой правящей династии в стране, история которой началась с договора между правителем и народом. У этой страны не было ни названия, ни единой территории, а ее князю не исполнилось и 2 лет. По завещанию Рюрика власть принял его доверенный воевода Олег, и он должен был править до тех пор, пока не войдет в совершенные лета сын Рюрика. Судьба династии оказалась в руках человека, который не был связан с ней по праву крови, но стал ее опорой по законам чести. Год 882. По рекам бескрайней лесной страны медленно двигалось огромное войско. Его вел молодой воевода Олег. Он шел на Киев, чтобы устранить препятствия для свободной транзитной торговли самозванных князей Аскольда и Дира. Настоящий, законный князь Игорь Рюрикович был слишком мал и не помнил своего отца. Олег стал для него всем – воспитателем, защитником, учителем. В этом походе Олег преподал ему первые серьезные уроки.
Идя по Днепру, он взял под свой контроль два города на стратегически важных участках торгового пути – Смоленск и Любич. И только обеспечив надежный тыл, воевода подошел к Киеву под видом купеческого каравана. Олег высадился на берег с маленьким Игорем. Самозванные князья Аскольд и Дир вышли посмотреть заморские товары. И навстречу им из кораблей посыпались воины. Олег заявил: «Не князья вы и не княжеского рода», и показал Игоря. «А это сын Рюрика». Ответить киевские правители не успели. Их убили тут же, на пристани. Захватив Киев, Олег объединил под своей властью огромные территории и получил контроль над большей частью торгового пути из варяг в греки. Новгород стал северным форпостом страны, а Киев – ее сердцем. Из Киева Олег начал распространять свою власть вдоль пути из варяг в греки на все области, куда могли дойти его войска. Первым делом он отправился войной на древлян. Единственные из всех поднепровских славян, древляне не платили дани никому и менять это положение не собирались. Но противостоять свирепым варягам киевской дружины не смогли. Олег разбил древлян и обязал их уплачивать Киеву ежегодную дань. Через год Олег пошел на северян, и те, наслышанные о расправе с соседями, побросали оружие в первом же бою и согласились платить такую же дань. Следом под власть Киева перешли радимичи на тех же условиях. Схема присоединения была везде одна и та же. Власть киевского князя выражалась в его праве собирать с подчиненных земель дань. За это он предоставлял варяжский гарнизон для защиты и ставил для него небольшую крепость. Эти форпосты Олега станут основой многих городов Южной Руси. Прошло много лет. Почти весь торговый путь из варяг в греки находился под контролем киевского князя Олега, и нескончаемые купеческие караваны, уверенные в своей безопасности, двигались по Днепру. Оставалось добиться выгодных условий торговли на главном рынке Европы – в Константинополе. Олег отправился на Царьград, оставив в Киеве уже взрослого князя Игоря Рюриковича. Олег не был уверен, что вернется живым. Слишком трудный и опасный поход ему предстоял. Из Киева вышло невероятное по тем временам войско. Огромный караван боевых кораблей. Скандинавские морские корабли «Дракары» и «Шнекеры» длиной от 10 до 20 метров приводились в движение парусом и гребными веслами и могли развивать ход до 12 узлов, более 20 километров в час. Изогнутые элементы конструкции, шпангоуты и кили, делались из древесных стволов, имеющих естественный природный изгиб. Причем детали не пилились, а расщеплялись вдоль волокон, что придавало им особую гибкость и прочность. Для плавания по рекам использовались славянские ладьи – моноксилы. Они строились из крупных выдолбленных стволов дуба и липы, на которые наращивались доски бортов. Ладьи могли нести до 20 тонн груза и развивать скорость до 7 узлов. Флот Олега прошел по Днепру. Преодолел каменные зубы днепровских порогов, мимо которых корабли пришлось тащить волоком. Выдержал морские шторма, едва не разбившие их в щепки о прибрежные скалы. В голубой дымке Босфора уже угадывались золотистые очертания заветного города мечты. Никто не остановил их на подходах к Царьграду. Город был как спелый плод, готовый упасть в руки русскому князю Олегу. Но путь преградила огромная цепь через весь пролив. «Варвары будут беспомощны без своих кораблей», — считали жители Константинополя. И тогда Олег велел вытаскивать суда на берег и ставить их на деревянные катки. Греки были потрясены. Варварские корабли шли по суху, как по воде.
Не успели они опомниться, как огромное войско уже стояло под стенами города. Навстречу Олегу вышли греческие послы. Никогда еще надменному Константинополю не приходилось так почтительно говорить с варварами. Греки сказали: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». Но Олега не интересовали ни почести, ни подарки. Ему нужны были торговые льготы для русских купцов. И он своего добился. Был заключен договор, по которому русские получали право беспошлинной торговли в Константинополе. Неслыханное преимущество, какого не удавалось добиться еще никому из варварских, то есть языческих народов. Это означало международное признание русского государства. В знак этого Олег велел прибить над воротами Царьграда свой боевой щит. Международная торговля, основа экономики молодого русского государства, получила зеленую улицу. Путь из варяг в греки заработал в полную силу, питая товарами и серебром славянские города. Олег вернулся в Киев с невероятной, сказочной победой, достойной великого героя. И с прозванием Вещи. Тот, кто может прозревать будущее. Слово «вещи» происходит от древнего индоевропейского корня «вет», который означает «владение тайным знанием». Отсюда индийские веды, собрание заветной мудрости, и русские ведун и ведьма, маги, целители, посредники между мирами. По другой версии, прозвание «вещи» — это перевод имени князя. Олег или Ольг — славянский вариант скандинавского «хельги», что означало «священный», «святой», «наделенный даром предвидения». Каким же было личное имя человека, который вошел в историю как «Вещий Олег», неизвестно. Как неизвестна и настоящая причина его смерти, и даже место захоронения. Курганы, называемые «Олегова могила», сохранились и в Киеве, и в Ладоге. Всего за полвека, время, равное одной человеческой жизни, Вещий Олег превратил разрозненные земли в огромное по меркам той эпохи государство. Территорию, которую оставил ему Рюрик, он увеличил почти вдвое. Олег выполнил все, что должен был сделать, и растворился в тумане древних легенд, передав власть законному наследнику Игорю Рюриковичу. Много лет его считали всего лишь тенью Вещего Олега. Он был князем только на словах. Пришло время для дела. Он, князь Игорь Рюрикович, еще успеет стать победителем, и герои Царьграда торжественно поднимут его над собой на боевых щитах. Игорь давно вошел в совершенные лета и хорошо знал, как именно следует править, воевать и вершить суд. Теперь он был настоящим князем и для дружины, и для киевлян, и для той простой дочери лодочника, которая стала для него важнее всех на свете. По легенде, еще в юности, охотясь в псковских лесах, князь Игорь вышел к переправе. Сев в лодку, он обнаружил, что вместо перевозчика правит веслом девица, и что она очень хороша собой. И разгорелась в нем страсть, и обратился он к ней с бесстыдными словами. Она же сказала: «Не обольщайся, не возьмешь меня силой. Лучше мне будет, чтобы глубина реки этой поглотила меня, чем быть тебе на соблазн». Устыдившись, Игорь в молчании перебрался через реку, запечатлев все это в сердце своем до времени. Вернувшись в Киев, Игорь повелел разыскать прекрасную лодочницу и женился на ней. Так девушка из Пскова именем Ольга стала княгиней Киевской. В Древней Руси брак заключался в результате договора между родственниками невесты и женихом, или его родственниками. Древний обычай похищения невесты давал мужу полное право собственности на жену.
Более поздний обычай – выкуп невесты – вено – оставлял женщине определенные права, в том числе и право на развод и повторное замужество. С того момента, как невесту приводили в дом к жениху, она символически умирала для своего рода, чтобы заново родиться в семье своего суженого. Поэтому муж на руках вносил в свой дом молодую жену, как новорожденного младенца. Оставшись наедине, молодые должны были съесть кашу одной ложкой на двоих, отварную курицу и ковригу хлеба. Потом новобрачная снимала с мужа обувь в знак своего подчинения. В правом сапоге обычно пряталась монета, а из левого муж доставал плетку и обозначал легкий удар в знак своей власти над женой. Власть киевского князя на большей части русского государства была весьма условной. В каждом племени были свои правители, собственные обычаи и местные боги. Подчинение Киеву выражалось только в уплате ежегодной дани. Но эту дань на них когда-то наложил Вещий Олег, и после его смерти далеко не все хотели платить новому князю. Первыми отложились от Киева древляне. И князь Игорь пошел войной на древлян, разбил их и наложил дань больше прежней, чтобы другим было неповадно. А богатую добычу раздал дружине, чтобы вернее служила. Дружина – княжеское войско численностью 200-400 человек. Наиболее боеспособное ядро всей древнерусской армии. Вознаграждением за службу во время войны была добыча. А в мирное время – доля в собранной дани, угощение на пирах и подарки князя. В первое столетие истории Древней Руси князь был только первым среди равных в своей дружине и вынужден был считаться с ее интересами. Если же князь по какой-то причине дружину не устраивал, например, редко ходил в походы или был недостаточно щедрым, дружина могла уйти к другому предводителю. После подавления древлян долгое время больших походов не было. Год от года росло недовольство дружины. Но в 939 году в Киев явились греческие послы и предложили князю выступить против кочевников-хазар, которые стали досаждать империи. Предложение подкрепили богатыми дарами и льстивыми речами. О, как нуждается император в помощи великого воина князя русского! О, какая слава и богатая добыча ждет того, кто разобьет хазар! Игорь, не раздумывая, согласился. Русское войско отправилось в поход и было наголову разбито хазарами. Чтобы сохранить остатки войска и вернуться домой, Игорь был вынужден заключить мир с хазарами. На их условиях. От него потребовали ни много ни мало вступить в войну с самой Византией. Игорю давно следовало показать, на что он способен. Он решил пойти на Царьград дорогой Вещего Олега и превзойти его в подвигах, добыче и славе. После 2 лет тщательной подготовки русское войско вышло в поход на Царьград. Князь Игорь собрал все свои ресурсы. Огромный флот сопровождала конница, идущая по берегу. Проведенная разведка помогла выбрать наилучший момент для нападения, когда греческий флот воевал с арабами, и Константинополь остался без защиты. И когда флот Игоря подошел к Босфору, у входа в пролив их встретили 15 жалких суденышек. Боевые корабли русов взяли их в кольцо. И вдруг греческие скорлупки взорвались огненным смерчем. Так русские впервые столкнулись с греческим огнем. Греческий огонь – это секретное оружие византийцев. Горючая смесь на основе нефти и селитры, которая не гасла в воде. Точный состав ее хранился в строгой тайне и неизвестен до сих пор. Смесь разогревалась под давлением в особых котлах на корабле и выбрасывалась на 30 метров через бронзовые трубы – сифоны. Управляли ими мастера-сифонарии.
На византийских дроманах, легких парусно-весельных кораблях, обычно ставили по 3 сифона на носу судна. Против русов установили дополнительные сифоны на корме и по бортам. Корабли подпустили русский флот как можно ближе и залили его огнем. Игорь потерпел сокрушительное поражение и с остатками войска отправился во свояси. Из-за плохой организации похода на обратном пути часть русских выкосила дизентерия. В Киев Игорь вернулся без добычи и почти без войска. Но следующей весной он снова пошел на Царьград. На этот раз с союзниками, печенегами из Великой Степи. Летучая конница степняков была хорошо известна в византийских провинциях своими дерзкими и жестокими набегами. Император не стал испытывать судьбу. Он выслал навстречу Игорю послов с богатыми дарами и предложением обновить старый договор. Подписав выгодный торговый договор с империей, без единой битвы, Игорь вернулся в Киев, считая себя победителем. Эта осень стала самым счастливым для него временем. У него родился долгожданный сын. Мальчика нарекли Святославом, первым славянским именем в истории Рюриковичей. Теперь Игорю было кому передать престол. Все племена безропотно платили дань, и государство находилось в полной его власти. Как ему казалось. Дань с покоренных племен собиралась во время полюдья. Так назывался ежегодный объезд всех подвластных земель, который князь в сопровождении дружины начинал осенью, а заканчивал к весне. Оговоренное количество пушнины и серебра собиралось в мешки и скреплялось княжеской печатью. Поверх этого, пользуясь обычаями гостеприимства, князь требовал пропитания для себя и дружины, а также охотно принимал богатые дары. Размер дополнительных поборов не регламентировался. Полюдье могло сопровождаться грабежом и притеснениями местных жителей. Зимой 944 года, когда князь Игорь уже возвращался с полюдья из земли древлян, его дружина сочла, что взять можно было бы и побольше. Игорю в пример привели его собственного воеводу. Мол, дружина Свинельда разжилась новым оружием и одеждой в изобилии. Игорь не терпел, когда чужая удача превосходила его собственную. И он вернулся к древлянам, чтобы взять с них дань по второму кругу, в нарушение всех правил и договоров. Древляне не желали быть покорными жертвами княжеского произвола и вышли против Игоря, как против завоевателя. Князь был взят в плен и подвергнут позорной и мучительной казни. Его привязали за ноги к верхушкам деревьев и, отпустив согнутые стволы, разорвали надвое. Чтобы другим было неповадно. Тем, кто будет править в Киеве после Игоря. Если будет. Такое уже было много лет назад, когда после смерти Рюрика во главе зарождающегося государства оказался младенец Игорь. Но за ним возвышалась мощная фигура воеводы Олега. Теперь князем киевским стал 3-летний Святослав. И при нем хрупкая женщина, его мать, княгиня Ольга. Ее князь погиб, и теперь она была просто беззащитной вдовой. А тот, кто убил ее мужа, имел право на все, чем владел покойный. И на власть, и на Киев, и на нее, Ольгу. Древленский князь мог просто прийти и взять, но предложил почетный выход из положения. Он прислал к Ольге сватов. Она оценила этот благородный жест и, в свою очередь, оказала сватам высокую честь. Их донесли до терема на руках, прямо в ладье.
На княжеском дворе уже была готова большая яма с огнем, куда и сбросили древлянских сватов прямо в ладье. И, склонившись к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Так началась война княгини Ольги. Она пошла на столицу древлян Искоростень. Город, в котором принял смерть ее муж, подлежал уничтожению. По обычаю, битву должен был начать князь, первым бросив копье. Трехлетнему Святославу не хватало ладошки обхватить древко, и он принял тяжелое боевое копье двумя руками. Поднять еле смог, зато сумел бросить. Вперед, на врага. Копье тут же упало на земь, и над полем прогремел зычный голос воеводы. «Князь уже начал. Последуем, дружина, за князем». И загудела земля под копытами конницы. Убедившись, что Искоростень неприступен, Ольга, по словам летописца, пошла на военную хитрость. Она заявила древлянам, что готова уйти, взяв символическую дань. Всего по 3 голубя и воробья с каждого двора. А своим воинам велела привязать каждой птице горящий труд и пустить их обратно. Воробьи и голуби вернулись на свои дворы, и город запылал. В 18 веке немецкий ученый Август Людвиг Шлёцер, изучая древнерусские летописи, пытался выяснить, могут ли птицы переносить на себе огонь. Жестокий эксперимент окончился неудачей. Птицы гибли немедленно. Сожжение города с помощью птиц – это распространенный сюжет мирового фольклора. Он встречается, например, в легенде об Александре Македонском и в скандинавских сагах. У многих народов птица символизирует небесный огонь. Отголосок этих представлений сохранился до наших дней. Есть примета, что случайно залетевшая в дом птица якобы предвещает пожар или смерть. Каким именно образом был сожжен Искоростень, неизвестно. Но город, несомненно, был уничтожен. А как сожгла город, старейшин забрала в плен, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань. Ее война была окончена. Жизнь потеряла смысл, и нужно было искать новый. Месть не утешила княгиню. Пролей хоть море крови, погибшего мужа не вернуть. Ольга осталась одна с маленьким сыном и огромной страной. Древлянский мятеж показал, причиной всех конфликтов был сбор дани, больше похожий на грабеж. Если оставить все как есть, Русь расползется на лоскуты. И княгиня взялась за дело. Княгиня Ольга учредила уроки, строго определенные размеры дани, погосты, места, куда ее следовало свозить, и уставы, сроки и правила сбора. На смену произволу дружинного полюдия с разорительными пирами и вымогательством пришла четкая система налогообложения. Все земли от Киева до Новгорода были поделены на области. В каждый поставлен княжеский администратор из числа заслуженных старших дружинников, который подчинялся только княгине и перед ней отвечал за все, что происходит в его области. С этого момента и вплоть до смерти княгини Ольги нет ни одного упоминания о мятеже какого-либо из подвластных Киеву племен. Привыкший к размеренной жизни Киев бил ключом. Княгиня отправлялась в поход за 3-9 земель в самый Царьград. Горожане устали считать тюки, которые заносили по сходням бесчисленных ладей. Сопровождение насчитывало не менее 1000 человек, не считая воинов охраны. Ольга собиралась с необыкновенным размахом. Но не на войну, а на переговоры. Она горела нетерпением, непонятным никому из близких. Торопила корабельщиков. Бурные днепровские пороги, дожди, ветра — ничто ей не было помехой.
Ольге нужно было универсальное и мощное средство для укрепления своего государства. Где искать его, как не в Византии? Огромной империи, уже много веков объединяющей разные народы. Когда спустя месяц Ольга прибыла в Царьград, греческие дипломаты ломали головы над тем, как совместить выверенные шаблоны официальных приемов с необычным визитом, цель которого им была не ясна. Договоры подписывали обычно послы, Ольга же явилась сама. Наконец, после долгого ожидания, состоялся пышный прием. Прием проходил в Магнавре, зале для парадных церемоний, предназначенном для самых значительных особ. Пышно украшенный золотом и самоцветами императорский трон был оснащен сложной механикой. При нажатии потайного рычага на позолоченном дереве начинали петь заводные птицы. Сам трон плавно поднимался и опускался. А львы у его подножия били хвостами о землю, раскрывали пасти и, высунув языки, издавали грозное рычание. Это представление обычно производило ошеломляющее впечатление на иностранных послов. Все иноземцы должны были выполнять ритуал проскинесиса – простирание ниц перед императором. Статус русской княгини не позволял этого выполнить, поэтому Ольга лишь слегка склонила голову. После долгого и пышного церемониального действа Ольга получила возможность наедине поговорить с императором. Содержание этой беседы неизвестно, но после нее Константин взял паузу на целых 40 дней. У нее появилось время познакомиться с сокровищами величайшего города мира и, прежде всего, с его бесчисленными святынями. Единственным из греков, кто оказался рядом с княгиней во время ожидания, был патриарх. Он говорил, она слушала. И вот тогда княгиня нашла то, что искала. Мощь Византии держалась на христианской вере. Подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». Ольга хотела раскрыть тайну могущества империи, но в крещальной купели уже не Ольга, а раба Божия Елена обрела неизмеримо больше – бессмертную душу и жизнь вечную. Согласно летописной легенде, после крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью?» И сказал ей царь: «Переклюкала ты меня, Ольга». Княгиня отправилась домой, уже не думая о результатах переговоров, военных союзах, дарах и взаимных договоренностях. Какое это имело теперь значение, когда весь мир стал другим? Возвращаясь в Киев, Ольга была уверена, что ее примеру последуют остальные, пусть не все, но многие. И в первую очередь ее сын, Святослав. Он уже вошел в совершенные лета и вполне готов был воспринять силу христианства. Святослав рос на дружинном дворе, вырос воином. Он принял всю полноту власти и поступал по собственному разумению. Вера христиан казалась ему не просто глупой, но позорной. Что это за Бог, если он позволил себя убить? О крещении Святослав даже слышать не хотел. Надежды княгини рухнули. Киев оставался языческим. Христианами были только приезжие купцы на греческом подворье да близкое окружение княгини, маленький остров посреди моря язычников. Святослав пока терпел христиан ради матери. Но что будет дальше? Прошли годы.
Ольга была уже не правительница, а княгиня-мать. Подросли внуки, но им тоже неинтересны были бабкины иконы. А Ольга надеялась, молилась и верила. Она умерла в 969 году. Святослав выполнил ее последнюю волю, позволил похоронить княгиню по христианскому обычаю. Христиане не допускают сожжения умерших, веря в воскресение мертвых в конце времен. Подготовка тела к погребению имеет глубокий символический смысл и во многом повторяет положение во гроб самого Христа. Тело усопшего, то есть временно уснувшего человека, должно обрести покой. Отсюда слово «покойник». На третий день после кончины усопшего отпевают в храме и в деревянном гробу предают земле, в ногах устанавливают крест – символ спасения. Могила ориентирована так, чтобы усопший лежал лицом к востоку, в ожидании утра будущего мира – второго пришествия. Первой из русских правителей княгиня Ольга приняла христианство. И первой же будет прославлена в лике святых равноапостольных, почитаемой и православной церковью, и католической. Спустя 40 лет после смерти Ольги ее внук, князь Владимир, закончив строительство первой на Руси каменной церкви, велит перенести в новый храм прах своей бабки, княгини Ольги. Когда гроб открыли, тело княгини оказалось нетленным. Она казалась спящей. Это было первое в русской истории явление нетленных мощей. Младший сын князя Киевского оказался не нужен никому. Отец собрался в дальний поход, на княжение в Киеве оставил старшего законного сына, наследника. А младшего решил отправить на дальний север, в Новгород. Может, там на что-нибудь изгодится княжич Владимир. Ни отца, ни братьев живыми Владимир больше не увидит. Он вернется в Киев, завоюет многие земли, возьмет греческий Херсонес. Но
Но все его победы померкнут перед той славой, которую он обретет здесь, над Днепром, когда по его воле тысячи киевлян войдут в освященные воды. И начнется история новой Руси, великой христианской державы. Киевский князь Святослав Игоревич никогда не сомневался в своем предназначении – быть воином, сражаться и побеждать. Он вообще ни в чем не сомневался, ничего не боялся и не оглядывался назад. И каждый раз, отправляясь в поход, посылал сказать своим врагам – «Иду на вы». В 964 году Святослав подчинил лесные племена Вятичей. В 965-м обрушил хазарский каганат, который на протяжении 300 лет управлял Великой степью. Еще через год русский князь огнем и мечом прошел Волжскую Булгарию. Теперь вся Волга оказалась под контролем Руси. В 970-м году в союзе с болгарами, печенегами и венграми русский князь бросил вызов Византийской империи. Навстречу ему войско вывел сам император Иоанн Цимисхий. Греческое войско превосходило русское почти вдвое. Однако Святослав решил принять бой. «Не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут». Никогда еще греки не сталкивались с такими яростными атаками. Но они постоянно получали подкрепление, а Святослав в изматывающих боях потерял большую часть воинов. Ему хватило мужества принять самое тяжелое решение в своей жизни и вернуть остаток своего войска. Святослав предложил императору: «Русские покинут Болгарию, а греки беспрепятственно пропустят русское войско по своим землям, снабдив его провиантом и дав богатые отступные». Император безоговорочно принял все условия. Наслышанный о греческом вероломстве, Святослав заподозрил неладное и пожелал личной встречи с императором. Он хотел посмотреть в глаза греческому царю, чтобы убедиться, что тот не лукавит. Русское войско отправилось в обратный путь. Когда флот подошел к Днепровским порогам, опытный воевода предупредил князя. У порогов могут быть подкупленные греками печенеги. Святослав, который сам никогда не нарушал данного слова, не поверил и попал в засаду. Русские погибли все. А череп Святослава печенежский князь велел оковать серебром и сделать из него чашу. Это было проявлением наивысшего уважения к поверженному врагу. Считалось, что пьющему из черепа прославленного героя передается его сила и храбрость. Временный раздел Руси между сыновьями оказался завещанием Святослава. Единое государство распалось на уделы. Формально столицей оказался Киев, в котором правил юный Ярополк. Хозяином соседней древлянской земли был его брат Олег. И далеко на севере, в Новгороде, сидел младший брат Владимир. Жили мирно, потому что делить было нечего. Но прошли годы, мальчики стали юношами. Однажды средний из братьев, Олег Древлянский, обнаружил в своих лесах чужую охоту. Это расценивалось как вызов правителю и каралось смертью. Олег вышел навстречу наглецу и убил его. Нарушителем оказался сын киевского воеводы. Требуя мести за убитого сына, воевода стравил двух братьев-князей – Ярополка Киевского и Олега Древлянского.
Так началась первая братоубийственная война в истории Рюриковичей. Она оказалась недолгой. Олег отступил под защиту стен своей столицы, но в давке на мосту вместе с конем упал в ров и погиб. Узнав об этом, младший брат, новгородский князь Владимир, бежал за море к варягам. Так Ярополк стал один править всей русской землей. Собираясь включить в сферу своего влияния независимое Полоцкое княжество, Ярополк посватался к дочери полоцкого князя, Рогнеде. Но в это время на Русь вернулся Владимир, приведя с собой большое варяжское войско, и тоже отправил в Полоцк своих сватов. Рогнеда заявила его послам: «Не хочу разувать сына рабыни, но хочу за Ярополка». Матерью Владимира была не рабыня, а ключница княгини Ольги. Заявление Рогнеды было публичным оскорблением. Владимир собрал большое войско и сам пришел в Полоцк. Насильно взял Рогнеду в жены и велел вырезать ее семью. В назидание всем, кто смелится пойти против его воли. А брату Ярополку отправил послание: «Владимир идет на тебя. Готовься с ним биться». Князь Владимир шел на Киев. Далеко впереди его войска бежали слухи о кровавой полоцкой свадьбе. Киев открыл ворота Владимиру и принял его власть. А Ярополк, придя на переговоры к брату, был убит варягами из дружины Владимира. Младший сын. Он всегда сам брал все, что ему было нужно. Войско, женщин, города, власть. Средств не выбирал. Ничьих советов не слушал. Главным для него всегда была его власть, его сила и слава. Он не остановится ни перед чем. Дойдет до самого дна. Только тогда узнает, в чем настоящая сила. Он сумеет начать все сначала. И в этом обретет подлинную славу. В 18 лет он получил все, что хотел. Теперь у него был Киев, его Киев, который он не собирался отдавать никому. Князь Владимир возвел новую Киевскую крепость, площадью в 5 раз больше, чем старый детинец. Она охватывала почти весь разросшийся город и могла выдержать любую осаду. Укрепления состояли из мощных земляных валов высотой в 6 и шириной более 9 метров, с деревянным частоколом поверху и глубоким рвом внизу. На Киевском холме был возведен новый княжеский терем с гридницей, казармой дружины и особым залом для перов, способным вместить несколько сот человек. Рядом с теремом располагалось огромное капище, языческое святилище размером 2 на 7 метров, с 6 деревянными идолами, постаменты которых достигали 2 метров в диаметре. Владимир хотел объединить подвластные Киеву славянские племена не общим страхом перед мечами дружины, но общей верой. Главным божеством языческого пантеона он провозгласил Перуна, бога грозы, огня и войны. Владимир обязал всех киевлян приходить на массовые жертвоприношения. Финалом всей церемонии становился ритуальный дружинный пир, основным угощением на котором было мясо жертвенных животных. Спустя 100 лет сказители по всей Руси будут петь былины о богатырских пирах, на которых дружинники похвалялись подвигами, ели золотыми ложками и пили вино чарками в 1,5 ведра, прославляя своего князя Владимира Красносолнышко. Постепенно Владимир сумел обуздать свою буйную дружину. Пиры перестали быть шумными попойками и превратились в своеобразное заседание княжеского совета, прообраз будущей боярской думы.
За стол вместе с военными приглашались старейшины родов, городские посадники и даже купцы. Для совместного с дружиной обсуждения вопросов об управлении землями, о войне и о мире. Каждый военный поход планировался заранее, исходя из государственной необходимости. И даже если Владимир проигрывал отдельные битвы, своих глобальных целей он добивался всегда. За 4 года похода в состав Киевской Руси вошли обширные земли от Прибалтики до Поволжья. Князь Владимир все делал с размахом. О его личной жизни и вовсе ходили легенды. Говорили, что жен у него более 10, а наложниц – 100. В языческой Руси многоженство было в обычае, и киевляне гордились тем, как любвеобилен и плодовит их князь. По летописным данным, у Владимира, помимо Рогнеды, было еще 4 жены, в том числе варяжка, чехиня, болгарыня, грекиня, которые жили с малыми детьми и челядью, каждая в отдельном тереме. По числу доживших до взрослого возраста детей Владимир Святославич был рекордсменом – 12 сыновей и не менее 9 дочерей. Владимир привык ни в чем себе не отказывать и всегда добиваться своего. Но одного ему достичь так и не удалось. Попытка превратить языческие верования в государственную религию провалилась. И тогда князь принял решение отказаться от язычества в пользу единобожия, как правители всех крупных государств Евразии. Государства к востоку и югу, от Верхней Волги до Персидского залива, исповедовали ислам. К ним присоединилось и большинство населения бывшего хазарского каганата, верхушка которого еще оставалась в лоне иудаизма. Страны Западной Европы относились к христианской церкви западного обряда. Огромная Византийская империя, в ареал которой входили Дунайские земли и Закавказье, была территорией православия, восточного христианства. По летописной легенде, около 986 года князь пригласил миссионеров из Волжской Булгарии, Германии, Хазарии и Византии. Последовательно отказавшись от ислама, иудаизма и западного христианства, православному проповеднику князь дал неопределенный ответ: «Подожду еще немного». Принятие православия давало Руси самую выигрышную ориентацию на могучую Византийскую империю. Владимир хотел войти в ряд самых влиятельных европейских правителей и для этого породниться с византийским правящим домом. Момент был выбран самый удачный. В Византии полыхал военный мятеж. Император отправил в Киев посольство просить у русского князя военной помощи. Владимир поставил условия. Император должен отдать ему в жены свою сестру, принцессу Анну. Как и ожидалось, греческие послы ответили отказом. Христианка не может выйти за язычника. Тогда Владимир выразил готовность креститься. Император был вынужден принять его условия. Русское войско отправилось в Византию и помогло ему удержаться на престоле. Но посольство с принцессой Владимир так и не дождался. Налицо было нарушение договора, и Владимир принял ответные меры. Жестоко разорил пограничный город империи Крымский Херсонес. Угрожал воевать и дальше, если ему не пришлют принцессу. И тогда Анна с греческими вельможами и священниками отправилась в страну язычников-варваров. Брат-император сказал ей на прощание: «Может быть, обратит тобою Бог русскую землю к покаянию». Желая подняться на вершины власти, Владимир сошел в крещальную купель. Он искал великую силу, которая позволит ему изменить мир. Но обрел веру, величайший дар, который изменил его самого.
Князь Владимир, принявший крещение с именем Василий, вернулся в Киев другим человеком. Он полностью изменил свою жизнь. Теперь перед Богом и людьми у него была единственная жена Анна. Знаменитые пиры стали инструментом княжеской благотворительности. За стол могли садиться все желающие, в первую очередь бедняки, а больным и увечным еду привозили домой. Владимир велел уничтожить языческое капище. Поверженного Перона, привязав к конскому хвосту, на глазах киевлян сволокли с горы и бросили в Днепр. Потом, чтобы подать пример всему народу, Владимир устроил открытую церемонию крещения своих сыновей и домочадцев. А спустя некоторое время отправил глашатаев объявить Киеву, что князь всех зовет прийти на реку. В тот день сотни людей приняли крещение в водах Днепра, ставшего огромной купелью. Крещение народа по всей стране прошло относительно мирно, за исключением Новгорода, не пожелавшего подчиняться воле киевского князя. Бояре и языческие волхвы призвали новгородскую общину к мятежу. Княжеский посадник Добрыня, придя с войском, подавил мятеж и велел всех, кто сопротивляется, крестить насильно. И только далекая земля Вятичей, где реальной властью обладали лесные колдуны-шаманы, еще 300 лет оставалась языческой. Во всех городах за счет княжеской казны строились храмы, монастыри и школы. Священники, учителя и архитекторы приглашались из Болгарии и Византии. Была учреждена новая киевская митрополия Константинопольского патриархата. Для содержания церкви Владимир выделил десятину, десятую часть собственного имущества. На протяжении трех веков на Руси церковь содержал только правитель, а не все население, как в Западной Европе, где церковная десятина станет обременительным налогом и, в конце концов, одной из причин кризиса католической церкви. Никаких войн князь вести не собирался, но пришлось. Около 992 года огромные полчища печенегов переправились через реку Сулу, приток Днепра, и устремились к Киеву. Владимир с большим войском вышел им навстречу. Решающая битва произошла на реке Трубеж. По легенде, исход битвы должен был решить ритуальный поединок двух сильнейших воинов. От печенегов вышел человек огромного роста. А князь Владимир выпустил на поле битвы не воина, а ремесленника, молодого кожевенника Переяслава. При небольшом росте он обладал такой силой, что рвал руками сырые кожи. Поединок был недолгим. Кожемяка просто удавил печенега и бросил на землю. Русское войско одержало победу, а на месте поединка Владимир заложил крепость и назвал ее в честь победителя. Переяславль станет первым звеном в системе обороны, которую киевский князь создаст вдоль южных границ своего государства. При Владимире была построена оборонительная линия – цепочка крепостей по рекам Сула, Стугна, Трубеж и Десна, общей длиной около 1000 километров. Расстояние между крепостями позволяло видеть на башнях сигнальный огонь или дым. Далеко в степь высылались дозоры или заставы богатырские, которые следили за перемещением кочевников и в случае необходимости могли дать короткий бой. Владимир возвел оборону страны в значение общегосударственного дела. Кто бы ты ни был, знатный дружинник, ростовский попович или крестьянский сын из Мурома, если ты готов сражаться за родину, ты друг князю киевскому. Самоуправление племенной знати осталось в прошлом. Во все крупные города, то есть старые племенные центры, Владимир посадил 12 своих сыновей. Разница в возрасте между самым старшим и самым младшим составляла более 30 лет. Таким образом, страна объединялась под властью одного рода, во главе которого стоял он сам. Шло время. Владимир старел.
а сыновья вырастали и один за другим стали считать себя самостоятельными правителями. Когда-то давно Владимир взял в жены вдову своего брата Ярополка, уже беременной. Родившегося через несколько месяцев племянника Владимир официально признал своим сыном, но в его имени Святополк сохранил память о настоящем отце. Помнил и Святополк о том, что его отца, законного киевского князя, убил Владимир, который ныне сидит на престоле отца. Составился заговор, целью которого было свергнуть Владимира и посадить на киевский престол Святополка. Заговор был раскрыт, Святополк схвачен и посажен под арест. Но не успел Владимир усмирить одного сына, как отделиться решил следующий по старшинству Ярослав Новгородский. Он перестал присылать в Киев положенную дань. Владимир не мог допустить распада страны. Он велел готовиться к походу на Новгород. Выступать собирался в середине весны, как только просохнут дороги. Сообщение между русскими землями было нерегулярным. Дороги проходили в основном по рекам. Способ передвижения зависел от сезона. С ноября по февраль – по льду, на санях или верхом. С апреля по сентябрь – на ладьях. Март и октябрь были мертвыми сезонами, когда из-за распутицы или достава останавливалась не только торговля, но и война. На большие расстояния перемещались только военные отряды, княжеские гонцы и купеческие караваны, обязательно с вооруженным конвоем. Скорость передвижения верхом составляла от 50 до 75 км в день, на санях – от 40 до 60 км в день, на ладьях – до 100 километров. Дорога от Киева до Новгорода занимала не меньше месяца. Весна прошла, а поход все не начинался. В начале лета Владимир внезапно занемог. Он был еще не стар, на середине шестого десятка, и крепок. Все ждали, что вот-вот князь встанет на ноги. Но он не встал. 15 июля 1015 года Владимир скончался к ужасу и скорби всего Киева. Со смертью князя Красное Солнышко словно обрушилась мощная каменная стена, под надежной защитой которой они жили многие годы. Официальное прославление Владимира Крестителя в лике святых равноапостольных произойдет только через два столетия. Но в народном сознании он стал почитаться святым вскоре после окончания своей земной жизни. Он все делал с размахом и мощью. Именно он превратил разрозненные земли, населенные разными племенами и народами, в единое государство под властью княжеского рода Рюриковичей. Именно он дал своей стране то, что будет держать ее на протяжении тысячелетий. Держать крепко и нерушимо православную веру. Когда-то его считали жалким калекой, неспособным быть князем. Теперь для него открылся путь к золотому киевскому престолу. На этом пути прольется немало крови. Пройдя его до конца, Ярослав узнает цену власти и поймет, что означают библейские слова: «Кто умножает познание, умножает и скорбь». Ярослав все детство провел в тереме матери. Обычно княжичи уже в 3 года сажали на коня, посвящали войны. Но только не Ярослава. От рождения у него были повреждены суставы правой ноги, и он не мог ходить. В 6 лет его все же посадили на коня. Седло сыграло роль современных ортопедических распорок. И хромой княжич, хотя и с трудом, через боль, но пошел своими ногами. Он доказал всем,
и в первую очередь отцу, что может быть князем. Ярослав был еще совсем мальчишкой, когда отец отправил его княжить в отдаленные ростовские земли. Там он провел 20 лет, и в 1010 году, уже совсем взрослый, опытный, женатый, Ярослав стал князем новгородским. Княжескую резиденцию он переместил из старой Рюриковой крепости за пределами города в самый его центр, рядом с торгом. Двор князя мало чем отличался от дворов знатных бояр. Ярослав показывал, что ему нечего бояться, потому что он – друг и защитник новгородцев. В Новгороде Ярослав был добрым и рачительным хозяином. Ежегодно из 3000 гривен, а это 600 килограммов серебра, которые собирались в виде дани с новгородских земель, 2/3 он должен был отдавать в Киев. Но на 4-й год своего правления под давлением новгородской знати Ярослав перестал отправлять дань. Это было равносильно заявлению о выходе из глобального союза земель под властью Рюриковичей. Ярослав прекрасно понимал, что за этим последует война с отцом, и нанял за морем варяжскую дружину. Расположил наемников в Новгороде и стал ждать, когда киевский князь Владимир пойдет на него походом. Но война все никак не начиналась. Варяги, сидевшие в Новгороде с весны, изнывали от безделья. И когда они начали насиловать замужних женщин, новгородцы ворвались на их двор и порубили обидчиков. Узнав о резне, князь пришел в ярость. Варяжские мечи были очень нужны ему на предстоящей войне. И это были его варяги, нанятые на его деньги. Чтобы никто не смел покушаться на княжеское, Ярослав вызвал к себе в резиденцию лучших мужей новгородских, якобы на совет. И отдал их уцелевшим варягам, а те уже вдоволь натешились местью за погибших сородичей. В ту же ночь Ярославу доставили письмо из Киева. От сестры. Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве. Берегись его очень. Старший сын Владимира Святополк после смерти отца оказался ближе всех к престолу. Он сидел в киевской темнице. Бояре освободили его, и он вокняжился в Киеве. Теперь нужно было устранить соперников. И в первую очередь следующего по старшинству Ярослава Новгородского. А сам Ярослав той душной ночью с ужасом понял, что загнал себя в ловушку. Войны не избежать, а войска теперь у него нет. Лучших варяжских воинов новгородцы посекли, и предательство князю не простят. На рассвете Ярослав велел созывать вече. Шаг. Еще шаг. Впереди шумело людское море. На вече собрался весь Новгород. Правда была на их стороне, зато у него была власть еще вчера. Сегодня у него нет ничего. «Любимая моя и честная дружина!» — хрипло выкрикнул Ярослав, и голос сорвался. Справившись с собой, он сказал: «Избил вас вчера в безумии своем. Теперь мне того и зла там не искупить. Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, избивая братью свою. Хочу на него пойти. Последуйте за мной». Тишина налилась свинцовой тяжестью. Наконец, новгородцы ответили: «Хотя и иссечены братья наши, можем, княже, за тебя бороться». Помирившись с Новгородом, Ярослав составил договор, который уравнивал в правах новгородцев и пришлых княжеских людей. Теперь за убийство свободного человека, будь то дружинник-варяг или славянин,
виновный должен заплатить виру, штраф в 40 гривен. Спустя годы, когда Ярослав станет киевским князем, он на 20 лет освободит Новгород от уплаты 2000 гривен ежегодной дани. Всего получится 40 тысяч гривен, вира, которую Ярослав задолжал городу после устроенной им резни. Князь закроет все свои долги, а его договор с новгородцами станет первой статьей первого в истории России сборника законов, который позднее назовут по имени создателя – «Правдой Ярослава». «Правда Ярослава» – сборник законов, аналогичный раннесредневековым европейским судебникам. Содержала 18 статей, которые определяли наказания за убийство, побои, порчу имущества и прочие преступления. Ограничила кровную месть за убийство кругом ближайших родственников. Установила виру, то есть штраф за убийство. Вместе с позднейшими добавлениями составила «Русскую правду» – свод законов, который действовал на Руси вплоть до 15 века. Святополк Киевский готовился к войне. Он понимал, что сила на стороне младших братьев. У Ярослава варяги и новгородское войско, у Бориса большая киевская дружина и поддержка его родного брата Глеба, муромского князя. Зато на стороне Святополка оказалось время. До Бориса и Глеба еще не дошла весть о том, что на киевском престоле сменился князь. И Святополк решил нанести упреждающий удар. Устранить братьев одного за другим. По дороге из похода князь Борис наконец узнал, что отец умер. И в Киеве вокняжился Святополк. Но идти на Киев Борис отказался. «Если умер отец мой, то Святополк будет мне вместо отца». Старшая дружина сочла это трусостью и покинула князя. Борис остался с немногими отроками. Призвал к себе в шатер священника и молился вместе с ним всю ночь. Перед рассветом скрытно подошел отряд, посланный Святополком. По молитвенному пению сразу определили, где находится князь. Тело убитого Бориса, завернув в окровавленное полотнище шатра, привезли в Вышгород и похоронили у церкви святого Василия. Не в самом храме, как полагалось хоронить князей, а за оградой, в простом деревянном гробу. Младшему брату Глебу Святополк отправил поддельное письмо, якобы от отца, вызывая того в Киев. Ладьи Глеба были уже на полпути к Киеву, когда доставили другое письмо от брата Ярослава из Новгорода. «Не ходи, братья. Отец умер, а брат твой убиен Святополком». Но было уже поздно. Желая избежать напрасного кровопролития, Глеб отпустил свою дружину и с немногими отроками остался на маленьком корабле посреди реки. Почти не встретив сопротивления, дружинники Святополка захватили корабль, Глеба убили, а тело наспех закопали на берегу в Дубраве. Спустя 5 лет по велению Ярослава его перезахоронят с великой честью в Вышгороде, рядом с братом. И тогда же братья Борис и Глеб будут прославлены в лике страстотерпцев. А Святополк получит прозвание «Окаянный», то есть подобный библейскому Каину, убившему своего брата Авеля. Они встретились на реке Альте, недалеко от того места, где 4 года назад по приказу Святополка был убит Борис. Ярослав привел варягов, Святополк – печенегов. Каждый считал, что правда на его стороне, но сила
оказалась на стороне Ярослава. Разбитый Святополк бежал вместе с остатками печенежского войска, и дальнейшая его судьба неизвестна. Ярославу все надо было начинать заново. В разоренном Киеве, в опустевшем княжеском тереме. Ярославу привезли из-за моря жену, 18-летнюю Ингигерд, дочь шведского короля. Ярослав был намного старше ее. Он знал, что до него к Ингигерд сватался молодой норвежский конунг, и она дала согласие. Но ее отец предпочел киевского князя. Ингигерд станет безупречной княгиней. Она родит Ярославу 6 сыновей и 3 дочерей. Будет принимать участие в государственных делах, славится в Киеве и за его пределами как целительница. И даже слухи о том, что княгиня продолжает любить своего бывшего жениха, не помешает Ярославу принять конунга у себя в Новгороде, когда тот будет вынужден покинуть свою страну, а после гибели конунга усыновить его маленького сына, будущего короля Норвегии и Дании. Основной ролью женщины в древнерусском обществе было управление домашним хозяйством. В знатных семьях женщина-хозяйка не только занималась воспитанием детей и руководила штатом слуг, но и распоряжалась обширным имуществом, в том числе денежными средствами. Девушки из знатных семей получали прекрасное образование, владели несколькими языками. Незнатные женщины часто имели собственную профессию – целительница, врач, повивальная бабка, акушерка, ткачиха, швея, повар, сваха. Русская правда предписывала судить за убийство женщины таким же судом, что и за убийство мужчины. Женщины имели право свидетельствовать в суде, а также могли, хотя и в редких случаях, принимать участие в общественной и политической жизни. Ингигерд в православии Ирина проживет долгую жизнь и перед смертью первой из русского великокняжеского дома примет схиму с именем Анна. В 15 веке будет канонизирована и станет небесной покровительницей Великого Новгорода. Киевская Русь на десятилетия стала одним из самых стабильных государств Европы. В Новгороде, где Ярослав проводил большую часть времени, в разное время находили политическое убежище 2 польских королевича, английский принц и 2 норвежских конунга. Международный престиж русского государства при Ярославе вырос настолько, что многие королевские дома будут считать за честь породниться с киевским князем. Его невестками станут польская, австрийская и византийская принцессы, а дочерей Ярослав выдаст замуж за королей Норвегии, Венгрии и Франции. Ярослав собрал в Новгороде богатую библиотеку и открыл первый скрипторий – мастерскую по переписке книг, в которой работали ученые-монахи. Ни один из европейских правителей, исключая разве что византийского императора, не уделял столько внимания книжной культуре и образованию, как Ярослав. Его младшая дочь Анна, выходя замуж за французского короля, писала по-славянски и на латыни, а в Париже и короле большинство его придворных и даже чиновников были неграмотны. В Новгороде же и в Киеве начало XI века большинство населения владело грамотой. Долговые расписки, любовные письма, детские прописи – все это сохранили берестяные грамоты. На внутренней стороне березовой коры острой палочкой процарапывались буквы. Береста использовалась для мелких повседневных записок или черновиков. В школах ученики писали на церах – деревянных дощечках с тонким слоем воска, на котором костяным или деревянным стилусом выдавливались буквы. Для важных записей и книг служил пергамент – особым образом выделанная и отбеленная телячья кожа. Переписчики использовали гусиные перья и чернила из вишневой смолы и сажи или чернильных орешков, наростов на дубовом стволе.
Листы готовых рукописей сшивали в тетради, помещая между двумя деревянными крышками. Под старость Ярослав все же перебрался в Киев. Огромный, богатый и очень красивый город. Один из крупнейших в Европе. Улицы, вымощенные бревнами, спускались к воде. Городская жизнь начиналась прямо на берегу. У Киевской пристани на притоке Днепра по Чайне разгружались купеческие корабли. Тут же заключались первые торговые сделки. Таможня собирала пошлину и стояли склады купеческих товаров. Дальше по берегу располагались корабельные верфи. У подножья Старокиевской горы теснились жилые кварталы нижнего города, Подола, средоточие деловой жизни. Тут были улицы гончаров и ткачей, кузнецов, ювелиров, кожевенников и плотников. На подворьях жили купцы и менялы. На каждой площади торг, вдоль улиц – лавки и мастерские. Все дома, в большинстве своем деревянные, были оштукатурены и побелены для красоты и для сохранения пожара. И только грандиозный Софийский собор оставался без наружной штукатурки, чтобы видна была красота слоев камня и плинфы, плоского глиняного кирпича. Изографы из Константинополя украсили собор фресками, и среди 500 персонажей, святых и ангелов, написали самого князя Ярослава с княгиней, их сыновей и дочерей. Первый в русской истории парадный портрет княжеской семьи. Но Ярославу и этого было мало. Желая, чтобы его столица была сравнима с самим Царьградом, Константинополем, он начал в Киеве грандиозные строительные работы. Стройка Ярослава длилась 4 года. Площадь киевского детинца увеличилась в 7 раз и охватывала более 70 гектаров. Были возведены мощные земляные валы с основой из деревянных срубов. Протяженностью 3,5 километра, шириной больше 27 метров, высотой вместе с частоколом до 16 метров. По подсчетам специалистов, только на строительстве укреплений необходимо было переместить около 630 тысяч кубометров земли и заготовить не менее 50 тысяч кубометров леса. На строительстве должно было быть занято не менее 1000 человек ежедневно. Сам Ярослав жил по большей части за пределами города, в своей резиденции Берестово. Там в домовой княжеской церкви служил священник Иларион. Не будучи постриженным в иноки, Иларион вел монашеский образ жизни. На берегу Днепра вырыл себе маленькую пещерку, чтобы втайне молиться в ней. Позже в этой пещерке поселится афонский инок Антоний, будущий святитель Антоний Печерский. И так будет положено начало Киево-Печерскому монастырю. Успенская Киево-Печерская лавра – один из древнейших и самых значительных монастырей Киевской Руси. Общепризнанная святыня всего православного мира. Наравне со Святой Горой Афон и Серафимо-Дивеевским монастырем считается уделом Богородицы, землей, находящейся под особым покровительством Божьей Матери. Киевская лавра расположена на двух холмах над Днепром. Значительная часть ее территории и главная святыня – это ближние Антониевы и дальние Феодосиевы пещеры, в которых много веков назад были монашеские кельи, а теперь покоятся мощи святых насельников монастыря. Ярославу перевалило за 70. Почувствовав, что время его на исходе, он призвал к себе сыновей и сказал: «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить». Молодые князья разъехались по своим землям. С отцом остался только Всеволод. К его маленькому сыну Владимиру, своему внуку, Ярослав испытывал особую нежность. Как будто предвидел, что этот малыш, будущий великий князь Владимир Мономах,
продолжит дело всей его жизни – просвещение Руси. Князь Ярослав в крещении Георгий умер в ночь на 20 февраля 1054 года, в канун праздника торжества православия. Народное почитание князя в лике святых благоверных началось сразу после его смерти. Официальное общецерковное прославление установлено в 2016 году. Он ошибался и терпел поражение, но умел исправлять ошибки, возвращать долги и упорно идти к победам. Пережив тяжелую братоубийственную войну, он сделал все, чтобы не допустить раздела страны. При нем Киевская Русь достигла подлинного расцвета. К двум функциям князя, воин и хранитель закона, он добавил третью, не менее важную – просветитель. И вошел в историю, как Ярослав Мудрый. Он делал все, что мог. Он пытался остановить эту бессмысленную, бесконечную, изматывающую войну всех против всех. Он потерял на этой войне младшего брата. Потерял друга, ставшего теперь врагом. Потерял сына. В этой войне победителей не будет. Никто из правителей ни до, ни после такого не делал. Он просил мира. Он был гораздо сильнее, но предпочел смиренно просить. Дети мои, или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь. Но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое. В середине 11 века власть в русском государстве приняло пятое поколение Рюриковичей. Князь Ярослав Мудрый перед смертью распределил своих пятерых сыновей по престолам, завещал жить в любви и не приступать пределов братних. Но княжеский род Рюриковичей будет разветвляться все сильнее. И вскоре новое поколение князей вступит в схватку за власть со старшим поколением.
Древняя Русь на много лет погрузится в кипящую лаву войны всех против всех, от которой когда-то пытался предостеречь своих сыновей Ярослав Мудрый. Завещание Ярослава было адресовано его сыновьям и не учитывало многочисленных внуков, кроме одного. Первенцу своего любимого сына Всеволода Ярослав дал имя в честь великого князя Владимира Крестителя. Как будто предвидел, что из всего огромного рода Рюриковичей выполнить его волю и удержать страну на краю бездны сумеет только он, Владимир, в крещении Василий, по прозванию Мономах. Его матерью была византийская принцесса Мария, дочь императора Константина IX Мономаха. С детства Владимир свободно говорил по-гречески, как мать, и очень много читал, как отец. Годы, проведенные в нарядном и безмятежном Переяславле, были самым счастливым и спокойным временем его жизни. Отец, князь Всеволод Ярославич, в походы ходил редко, не жаловал шумные пиры, но самозабвенно предавался чтению, подолгу беседовал с учеными монахами и старался не пропускать ни одного богослужения. Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. Как отец мой дома, сидя, знал 5 языков, оттого и честь от других стран. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви. Пусть не застанет вас солнце в постели. Князь — это в первую очередь воин. И Мономах с юности был прекрасным воином. Сильным, выносливым, умелым. Почетной обязанностью князя как хранителя своих земель была охота. По древней традиции удача княжеского лова приравнивалась к боевой и имела символическое значение. Поэтому князю положено было охотиться на крупных и опасных зверей. Медведей, волков, кабанов, оленей и туров. Огромных быков, которые в изобилии водились тогда в русских лесах. Охота на крупных животных в основном была конной. Олени били стрелой, вепри и туров – тяжелым копьем рогатиной. Самой опасной считалась охота на медведя. Как правило, выходили ранней весной, когда зверь еще ослаблен после зимней спячки. Медвежья охота требовала особого мужества и сноровки. Выманив разъяренного зверя из берлоги, охотник фактически вступал с ним в рукопашный поединок. Он направлял в сердце медведя острие копья, которое называлось рожном. Отсюда пошло устоявшееся выражение «лезть на рожон». Стремясь достать охотника, медведь под тяжестью своего веса сам насаживал себя на рогатину. Затем нужно было быстро перерезать хищнику горло, и только потом можно было праздновать победу. А вот как я трудился, охотясь. Туров пасту загонял и брал без трудов. Два тура метали меня рогами вместе с конем. Олень меня бодал, вепрь у меня на бедре меч оторвал. Медведь мне у колена потник укусил, барс вскочил и коня со мной опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. Когда Мономаху было за 20, за него просватали английскую принцессу Гиту Уэссекскую. Ее отец, последний англосаксонский король, погиб в битве с норманами, завоевавшими Англию. И вся его семья оказалась в изгнании. Для Гиты брак с молодым русским князем стал спасением. Она родит ему 6 сыновей и 4 дочерей.
а старшему сыну Мстиславу в честь своего отца она даст второе имя Харальд. Род англосаксонских королей получит свое продолжение в династии Рюриковичей. Международные браки в то время были обычной практикой. Отец Мономаха был женат на греческой царевне. Старший сын женится на шведской принцессе. Одна внучка будет датской королевой, вторая – норвежской, третья – греческой императрицей. Младшая сестра Мономаха Евпраксия станет императрицей Священной Римской империи. Княжные невесты выезжали в Европу с большой свитой, в которую входили послы, знатные девушки, монах-духовник и военный отряд охраны. Везли с собой множество личных вещей, драгоценностей, в том числе подарки и книги. По дороге княжна изучала язык и обычаи новой страны. Доставив невесту к жениху, охрана возвращалась обратно, а свита оставалась с ней. Принцесса Гита, изгнанница, оказалась на Руси без свиты. Единственным близким человеком для нее стал молодой муж. Но спустя несколько месяцев после свадьбы, когда Гита ждала первенца, Мономаху пришлось надолго оставить ее одну. Он отправился в военный поход вместе со своим союзником и двоюродным братом Олегом Святославичем. За 4 месяца похода братья крепко сдружились. И когда, вернувшись, Мономах узнал о рождении сына, именно Олега он позвал стать крестным отцом его первенца. Через год родился второй сын, и снова его крестным стал Олег. Это было счастливое время. Они были молоды, и делить им было нечего. Но очень скоро все изменилось. Порядок престола наследия определялся так называемым лествичным правом от слова «лествица», то есть «лестница», которая предполагала передачу Киевского престола от отца к старшему сыну, а затем от брата к брату в порядке старшинства. Остальные князья занимали свои престолы поочередно, перемещаясь вслед за старшим братом. Распределять уделы между сыновьями мог только князь Киевский. А те князья, чей отец не успел занять Киевский престол, выпадали из системы и оставались без уделов, то есть становились изгоями. Когда умер отец Олега, киевский князь Святослав, по праву лествицы на Киевский престол взошел его брат Всеволод, отец Мономаха. А сам Мономах переместился в Чернигов. Но Олег тоже хотел получить Чернигов, считая его своей отчиной, потому что там когда-то правил его отец. Олег бежал на юг, там объединился со своими двоюродными братьями, которые тоже остались без уделов. И 3 князя-изгоя начали войну за земли и власть. Так впервые произошло столкновение 2 принципов престола наследия. Лествичного – от брата к брату, и отчиного – от отца к сыну. В конце концов, спустя 10 лет победит именно отчинный принцип, за который бился Олег, и обеспечит это никто иной, как Владимир Мономах. Но в 1078 году они с Олегом оказались по разные стороны. Олег был готов на все, и средств не выбирал. Первым из князей он сам привел на Русь ее злейших врагов – половцев. Половцы или кипчаки – кочевой тюркоязычный народ. Орда насчитывала около 40 тысяч человек. Размер кочевья каждой орды – около 100 квадратных километров. Основной силой половецкого войска была легкая кавалерия. Половцы не умели брать крепости и предпочитали ходить в грабительские набеги. Разоряли малые города и деревни на границе со степью, уводили в плен 1000 людей. Изматывающая война с половцами длилась 1,5 столетия и едва не обрушила русское государство. Но Олега не смущали последствия половецких набегов. Он будет приводить степняков еще не раз, за что получит прозвание «Гориславич».
И горькая память о его делах на века переживет самого беспокойного из всех князей. Чтобы его унять, киевскому князю пришлось подкупить крымских хазар, которые похитили Олега и увезли в Константинополь. Оттуда Олег сумел вернуться далеко не сразу, и только в тьму Таракань, где просидел тише воды ниже травы целых 10 лет. Тьму Таракань или Таматарха – античный город на Таманском полуострове. В конце X века был столицей Тьму-Тараканского княжества в составе древнерусского государства. Преобладающее население – греки и народы Кавказа. Тьму-Таракань был самым отдаленным городом Руси, поэтому его название стало именем нарицательным, означающим «отдаленную глухую провинцию». На Руси снова наступил мир, но весьма непрочный. И киевскому князю Всеволоду стоило больших усилий его поддерживать. Его племянники постоянно ссорились из-за уделов. Приходилось их мирить, переводить с престола на престол, кому-то угрожать, кого-то уговаривать. Для Всеволода это было уже непосильной ношей. Он начал болеть, заметно одряхлел, сам почти не выезжал из Киева. Его правой рукой, исполнителем его решений, стал старший сын Владимир Мономах. И он же взял на себя оборону от постоянных набегов половцев. А это означало походы, сражения, переговоры, бесконечные версты дорог. Из Чернигова в Киев около 100 раз ездил к отцу. А всего походов было 83 великих, а остальных и не упомню меньших. Беда пришла, откуда не ждали. По всей Западной Европе, в Италии, Франции, Германии, разгоралась эпидемия, названная Антоновым огнем. Причиной, по всей вероятности, был поразивший рожь и пшеницу ядовитый грибок спорынья, вызывавший тяжелое отравление, галлюцинации и гангрену. Пораженные Антоновым огнем как будто обугливались заживо, умирая в страшных мучениях. Моровое поветрие пришло и в русские земли. В Полоцке только за полтора месяца рождественского поста 1092 года умерли более 7 тысяч человек, треть всего населения. В Древней Руси существовало несколько форм медицинской помощи: частная практика, попечительство и больничная помощь. Городские лекари содержали лавки для продажи лекарств, зелий. В отдельные медицинские специальности выделялись костоправы, хирурги-ортопеды и повивальные бабки-акушерки. Профессия врачевателя понималась как особый вид ремесла – врачебное художество. Частные медицинские услуги были платными, если врач был светским человеком. При монастырях существовали больницы, которые оказывали помощь всем нуждающимся безмездно. То есть бесплатно. Когда мор дошел до Чернигова, заболел сам Владимир Мономах. Его пытался лечить некий лекарь, родом армянин, но тщетно. Болезнь только усугубилась. Уже на смертном одре Мономах в последней отчаянной надежде послал гонца в Киев. Звать на помощь монаха Печерского монастыря Агапита, который исцелял даже безнадежных больных с помощью отвара из трав и молитвы. Но Агапит не пришел. Княжескому гонцу он сказал, что дал обет никогда не покидать монастыря, чтобы не прельститься славой земной. И не нарушит его ни для кого, хотя бы и для самого князя. Но помочь согласился. Дал снадобья от своей еды и обещал сугубо молиться об исцелении болящего. Князь был уже при смерти. С трудом разжав зубы в горло, ему влили зелье Агапита. И в тот же миг началась агония. Агапит!
князь погружался в бездонный омут. Но что-то невидимое удерживало его. И он цеплялся. И рвался вверх. И выбрался. Едва оправившись от болезни, Мономах послал в Печерский монастырь богатые дары – благодарить инока Агапита. Но Агапит аккуратно вынес сокровища из своей кельи, а гонцу сказал: «Никогда и ни от кого ничего не брал я. Неужели теперь губить мне дар свой ради золота? Пославшему же тебя скажи. Все, что ты имел, было чужое, и, отходя из этого мира, ты ничего не можешь взять с собой. Раздай же теперь нуждающимся все, что имеешь, ибо ради этого избавил тебя Господь от смерти». Мономах не посмел ослушаться старца. Он раздал свое имущество нищим и с тех пор полностью изменился. Теперь смыслом жизни для него стало познание Божьего мира. Все свободное время он, по примеру отца, посвящал чтению книг и богослужениям. Отец Мономаха, князь киевский Всеволод Ярославич, был уже стар, 63 года, и очень болен. Почувствовав приближение смерти, Всеволод призвал к себе самого старшего из сыновей, 40-летнего Владимира Мономаха, и самого младшего, 20-летнего Ростислава. Сыновья были с ним до последней минуты. И оплакивали его, и похоронили в соборе Святой Софии. Мономах долго стоял над отцовским гробом. Что возьмешь с собой в жизнь вечную? То, что пережил, осмыслил, на что надеялся и о чем молился, что за всю жизнь в душе накопил, то и твое. Киевский престол был пуст, а Мономах в одном шаге от него. Много лет он был фактически соправителем отца. Киевляне с радостью приняли бы его. Из всех князей и родственников он был, несомненно, самым влиятельным и самым сильным. Никто не посмел бы помешать ему занять золотой киевский престол. Никто, кроме самого Владимира Мономаха. По лествичному праву законным наследником был старший в роду, его двоюродный брат Святополк. Не желая нарушать установленный порядок, Мономах оставил престол ему, а сам ушел в свой Чернигов. Новый киевский князь Святополк, едва заняв престол, совершил фатальную ошибку. Он велел бросить в темницу половецких послов, которые вели здесь переговоры о мире. И вслед за этим немедленно началась большая война с половцами. Святополк позвал на помощь братьев Владимира Мономаха и Ростислава. Пока шли приготовления, младший брат Ростислав поехал в Печерский монастырь помолиться перед трудным походом и попросить благословения. По дороге его дружинники едва не затоптали конями пожилого инока Григория, который шел к Днепру за водой, и стали издеваться над его стариковской неповоротливостью. Григорий не рассердился, но на лице его отразилась глубокая скорбь. Он сказал: «Плачьте о своей погибели и кайтесь в своих согрешениях, ведь вас уже постиг суд. Все вы с князем вашим умрете в воде». Услышав это пророчество, князь Ростислав взбеленился. «Мне ли предсказываешь смерть от воды?» В ярости он велел отрокам утопить старца в Днепре.
и в монастырь не поехал. В конце мая объединенное войско трех князей вышло навстречу половцам. В 30 километрах от Киева за рекой Стугной уже стояли орды ханов Баняка и Тугаркана, которого на Руси называли Тугарин Змеевич. Стугна той весной необычайно сильно вздулась от половодья, и форсировать ее было опасно. Но киевский князь велел идти за реку на врага. Половцы сначала прорвали строй дружин Святополка, потом опрокинули войска Мономаха и Ростислава. Русские побежали. На их пути кипела бешеная Стугна. Мономах спешился и плыл рядом с конем держать за повод. Ростислав въехал в воду верхом, и стремнина выбила его из седла. Мономах, бросив коня, рванулся к брату. Он успел вцепиться в протянутую руку, успел увидеть почерневшие от ужаса глаза, но бурлящая река вырвала у него Ростислава и унесла. Мономах с трудом выбрался на берег. Он долго лежал на песке, захлебываясь речной водой и слезами. Половцы дошли до самого Киева, разорили его окрестности, увели огромное множество пленных и продолжали бесчинствовать еще не менее года, пока Святополк не заключил мир с Тугарканом, для чего ему пришлось жениться на ханской дочери. А тем временем другую половецкую орду на Русь привел по своему обыкновению неугомонный князь Олег Гориславич. На этот раз он пошел прямо к Чернигову забирать свою отчину у бывшего друга, двоюродного брата Владимира Мономаха. И билась дружина моя с ними 8 дней и не дала им войти в острог. Но пожалел я христианских душ и сел горящих и монастырей и отдал брату отца его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переяславль. Но Олегу и этого было мало. Он пошел на земли бывшей отчины Мономаха. Усобица набирала обороты. В войну включилось уже младшее поколение князей. 18-летний сын Мономаха вступил в борьбу против Олега Гориславича и погиб в первой же битве. Мономах узнал об этом от старшего сына Мстислава, который сообщал отцу, что теперь сам идет на Олега войной, и просил помощи. Они оба, и Мстислав, и его погибший брат, были крестниками Олега. Младенцами тот держал их на руках. В те бесконечно далекие времена, когда он не был еще Гориславичем. Когда они с Мономахом были молоды. Им и в голову не могло прийти, что крепкая дружба обернется смертельной враждой. Мономах отправил сына подкрепление, и Мстислав одержал победу. Но вслед за тем к Олегу поскакал гонец от Мономаха с личным письмом. Когда убили дитя мое и твое, следовало бы тебе, увидев тело его, сказать: «Увы мне, что я сделал». Вот сидит подле тебя другой сын твой крестный. Если же хочешь его убить, то вот он у тебя. А если начнешь каяться Богу, тогда и волость получишь добром, и наше сердце обратишь к себе. И лучше будем, чем прежде. Не враг я тебе, не мститель. Ибо не хочу я зла. Мировая история не знает другого примера,
когда победитель писал бы такое письмо своему поверженному врагу. Олег согласился заключить перемирие, но Мономах понимал, что дальше так продолжаться не может. Годами страна находилась в состоянии войны. Пока князья делили престолы, на их землях хозяйничали половцы, жгли города и деревни, а восстанавливать это было уже некому. Тысячи русских пленников продавались на рынках рабов от Византии до Хорезма. Ссобицу необходимо было остановить любой ценой. И Мономах, приложив титанические усилия, созвал в Любичи первый общерусский съезд князей для устроения мира. Любичский съезд принял решение. Каждый додержит отчину свою, то есть на смену лествичному принципу престола наследия по старшинству пришел наследственный принцип. Инициатором этого был Владимир Мономах, несмотря на то, что ему самому этот принцип был наименее выгоден. Говорили друг другу: «Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю». И на том целовали крест. Но спустя всего несколько дней пришло страшное известие. По приказу киевского князя Святополка схвачен и ослеплен князь Василько. Целью преступления было отобрать у Василька его земли, которые только что закрепили за ним на съезде князей. Ослепить соперника, чтобы лишить его власти. Ничего подобного на Руси еще не бывало. Это вероломство поразило Мономаха, как нож в сердце. Он с союзниками привел свои дружины к самому Киеву. Князь, столько сил потративший на восстановление мира, теперь сам был готов начать войну. Навстречу ему вышли киевляне и стали умолять заключить мир. Мономах остановил войска и начал мучительные переговоры. В конце концов, князья все же сумели договориться. И только тогда в Днепровских княжествах наступила долгожданная тишина. Мономах спокойно жил в любимом Переяславле. Он начал записывать свои размышления и впечатления, анализировать нелегкий опыт своей жизни. Единственный из русских правителей, Мономах создал серьезное литературное произведение. И не ради славы, а для наставления своим детям. Этот труд князь будет дорабатывать до конца жизни. Он станет его завещанием и получит название «Поучение Владимира Мономаха». Это произведение станет этической программой для многих поколений русских князей. Дети мои, убогих не забывайте и подавайте сироте. Неправого, невиновного не убивайте. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Старых чтите как отца, а молодых как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте. Лжи остерегайтесь и пьянства, и блуда. Оттого ведь душа погибает и тело. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему. Страх Божий имейте превыше всего. Если не будете помнить это, то чаще перечитывайте, и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо. Из пяти сыновей больше всех на отца походил старший, Мстислав Харальд. Он княжил в Новгороде, жил в мире со всеми. Так же, как отец, Мстислав очень любил охоту на крупного зверя. И в конце концов случилось то, чего больше всего боялась его мать, княгиня Гита. Мстислава порвал медведь. Молодого князя принесли домой со вспоротым животом. Сутки напролет Гита не отходила от сына и молилась святому Пантелеймону. Молилась так, что близкие боялись за ее рассудок. С
Спустя несколько дней юный князь внезапно очнулся и рассказал о своем видении. Святой целитель Пантелеймон сказал ему: «Ты будешь здрав». Мстислав действительно выздоровел. А княгиня Гита стала собираться в дальнюю дорогу. Она дала обет совершить паломничество в Иерусалим. На Русь Гита не вернется. Она умрет где-то в Палестине, и там же будет похоронена. Вскоре после чудесного исцеления у Мстислава родится сын и получит в крещении имя Пантелеймон. Святой спасет и его много лет спустя, когда он израненный в страшной битве, будет умирать среди сотен тел в крови и грязи. Дружина узнает своего князя лишь по боевому шлему с изображением небесного покровителя. Мономаху было уже за 50. Жизнь клонилась к закату. Главной бедой русских земель оставалась вечная угроза половецких набегов, и Мономах решил устранить эту угрозу навсегда. Поразмыслив, князь разработал принципиально новую тактику войны. Не ждать, пока половцы пойдут в набег, а выходить им навстречу, и обязательно ранней весной, когда их кони ослаблены от бескормицы. Без своих коней половцы становились беспомощны. Эта тактика требовала строго согласованных действий русских князей. Мономаху стоило больших трудов уговорить их. Многие считали это безнадежным предприятием. Тем не менее, удалось собрать коалицию из 10 князей. Выступили в конце февраля. Впервые в дальний поход взяли священников. Чтобы ускорить движение, пехотинцев посадили на сани. За рекой Сулой, где снег уже сошел, сани бросили и пошли дальше, высылая далеко вперед сторожи, разведотряды. Перейдя Дон, войско облачилось в доспехи и приготовилось к битве. Все понимали, в случае неудачи живым не вернется никто. Слишком далеко ушли они от своей земли. И только Мономах был уверен, что на их стороне небесное воинство, а значит, победа. Перед сражением походные священники читали молитвы и пели гимны Честному Кресту и Пресвятой Богородице. Воины подпевали как могли, глядя на горизонт, черный от нескончаемых половецких полчищ. Помолясь, прощались друг с другом. Здесь нам смерть. Достанем твердо. И двинулись половецкие полки и русские. И точно гром раздался треск сразившихся рядов. И послал Господь Бог ангелов помощи русским князьям. И стали наступать Владимир с полками своими. Видя это, обратились половцы в бегство. Эта победа была не просто военным успехом. Половцы откочевали далеко в степь, подальше от русских земель и от грозного Мономаха. Говорили, что устрашились все окрестные правители, а греческий царь даже прислал Мономаху богатые дары, чтобы тот не шел на Царьград. На основании этих рассказов много столетий спустя возникнет легенда о Мономаховых дарах, о том, что император Константин якобы передал князю Владимиру коронационные регалии – золотой царский венец, пояс и бармы – ожерелье. В XVI веке венец русских царей получит название «Шапка Мономаха». Шапка Мономаха, выставленная в оружейной палате Московского Кремля, древнейшая из царских регалий, символ русского самодержавия.
Ею венчались на царство русские цари от Ивана Грозного до Ивана Пятого, брата и соправителя Петра Великого. Но к Владимиру Мономаху этот венец не имеет никакого отношения. Золотая круглая шапка создана несколькими веками позже, предположительно восточными или греческими мастерами. В XV веке золотую основу дополнили соболиной опушкой, крупными драгоценными камнями и навершием в виде креста. Вопреки пословице «тяжела ты шапка Мономаха», вес венца относительно невелик – 993 грамма, в два раза меньше, чем вес большой императорской короны. В апреле 1113 года умер киевский князь Святополк. Киевляне отправили посольство к Владимиру Мономаху, прося его прийти на престол. Мономах категорически отказался. По обычаю, преимущественное право было за его двоюродными братьями. На следующий день в Киеве вспыхнуло восстание против ростовщиков. Поскольку христианство запрещало отдавать деньги в рост, то есть в долг под проценты, ростовщичеством занимались в основном иудеи. Главной причиной первого в русской истории еврейского погрома было не вероисповедание ростовщиков, а невероятно высокие разорительные проценты, которые они брали за свои финансовые операции. Киевские ростовщики предоставляли кредиты трех видов – на месяц, на треть года и на год. Наиболее высокими были проценты на краткосрочные кредиты. Если кредит превышал сумму в 3 гривны серебром, примерно 200 граммов, необходимо было заключение договора в присутствии послухов, свидетелей. Вознаграждение ростовщика за ссуду называлось «рез» и составляло 50% от всей суммы. Процентные ставки по кредитам не регулировались и могли достигать 3 рез – 150% поверх самой ссуды. Несостоятельный должник подлежал суду и мог быть не только лишен имущества, но и продан в рабство. И тогда киевляне в отчаянии послали второе посольство, которое поставило упрямому князю ультиматум. «Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет. Это не только евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри». И будешь ты ответ держать, князь. «27 апреля 1113 года весь Киев встречал великого князя Владимира Мономаха. Первым делом князь устранил причину восстания. В Киеве вступил в действие новый финансовый порядок – устав Владимира Мономаха, который позже станет частью русской правды». Была установлена максимальная ставка по кредитам – 2 резы, то есть 100% суммы долга. Долги, по которым уже выплатили 3 резы, то есть 150%, считались уплаченными и аннулировались. Так же, как и процент на суды тех купцов, которые потеряли свои средства из-за форс-мажорных обстоятельств – ограбления или кораблекрушения. Владимир Всеволодович стал киевским князем в 60 лет. По тем временам глубокая старость. Ровесники и друзья уходили один за другим. Давно упокоился заклятый друг, беспокойный Олег Гориславич. В горячих песках Палестины вечным сном спала княгиня Гита. Сыновья разъехались по своим делам. Рядом с Мономахом оставался только митрополит Никифор, такой же неугомонный старик, которому до всего было дело. Они беседовали по-гречески. Для князя это был язык его детства, а владыка родом грек за множеством дел как-то не успел выучить русский. И традиционное обращение митрополита к князю, написанное Никифором, пришлось переводить с греческого, чтобы услышали и поняли все. Что следует говорить такому князю, который больше на голой земле спит
и по лесам ходя нищенскую носит одежду и обувь, на лыжах бегая. И лишь по необходимости в город входя ради властительских дел в княжеские одежды облачается. Ведомо нам, что для других ты обеды светлые готовишь, и сам служишь и работаешь руками своими. И когда другие объедаются и упиваются, ты сидишь и смотришь, обходясь малой пищей и малым количеством воды. И никогда ты не прятал сокровищ, не считал золота или серебра, но все раздавал, даже и до сих пор. Владимир Мономах правил в Киеве 12 лет, из которых ни одного дня не провел праздно. Разными способами, в том числе через династические браки, объединил обособленные русские княжества, фактически восстановив государство в границах времен Ярослава Мудрого. Мономах строил новые храмы в разных землях, делал большие вклады в церкви и монастыри не только на Руси, но и за ее пределами. При нем, и, возможно, по его инициативе, была создана редакция летописи «Повесть временных лет». Летописание на Руси началось еще в XI столетии. Его вели ученые-монахи. В начале XII века инок Киево-Печерского монастыря Нестор собрал древнейшие летописи, добавил к ним описание последних лет и создал обширный летописный свод, известный сегодня как «Повесть временных лет». Основной документ по истории древнерусского государства, династии Рюриковичей и распространения христианства на Руси. Разменяв восьмой десяток, Мономах захотел хотя бы еще раз увидеть свой родной Переяславль. По дороге, на реке Альте, недалеко от церкви святых мучеников Бориса и Глеба, старый князь почувствовал, что земной путь его подходит к концу. Он успел добраться до храма, исповедовался и причастился святых даров. Он достиг всех своих целей. Всех помирил, все устроил. 19 мая 1125 года великий князь Владимир Всеволодович принял мирную христианскую кончину. Слушая эту грамотку, не посмейтесь. Но кому она будет люба, пусть примет ее в сердце свое. Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеется, а так скажет. На дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил. После смерти Мономаха Русь не распалась на отдельные земли. Страну удержал его младший сын, князь Мстислав, прозванный Великим. Он во всем следовал заветам отца. Мирил князей, расширял пределы государства и оборонял его границы. Но после смерти Мстислава стремительный распад государства на отдельные независимые княжества остановить не смог уже никто. Из 1132 года Единая Древняя Русь фактически перестала существовать. Но Владимир Мономах оставил своим потомкам путь к возрождению Руси как единого целого. На этом пути потребовалась не столько политическая воля, сколько умение пожертвовать выгодой ради высокой цели. Это оказалось под силу только ему, выдающемуся полководцу и политику, талантливому писателю и вечному труженику. И потому именно его имя спустя века остается символом власти, как тяжелейшей ответственности за судьбы миллионов людей. В соборе Святой Софии Киевской
сохранилась высеченная надпись, сделанная рукой князя Владимира Всеволодовича в крещении Василия. Господи, помози рабу Твоему Василию грешнику. Помози ему, Господи. Сидя на красивом холме, над рекой, хорошо озирать окрестности. И негоже противиться князю, коль скоро он решил отнять эти земли себе. В гордыне своей возомнил себя боярин Степан полновластным хозяином. А гордыня есть смертный грех. По грехам и награда. И так будет со всяким, кто встанет на пути князя Ростовского. Князь достигнет всего, к чему стремился. Дотянется до золотого Киевского престола. И тогда вся русская земля окажется в его руках. Но имя его прославят не военные подвиги, а этот мимоходом присвоенный им Малый Град. Будущая столица огромного государства. Будущий Третий Рим. При рождении его нарекли в честь великого прадеда, Ярослава Мудрого, в крещении Георгия. Это греческое имя тогда произносили на Руси как Гюрки. Так Георгий превратился в Юрия. Юрию было чуть больше 10, когда отец Владимир Мономах, тогда еще Переяславский князь, определил его в одну из своих волостей – Ростовскую землю. От всей Руси она была отделена дремучими лесами, потому и называлась Залесская земля. Добраться туда можно было только кружным путем, по рекам, долго и муторно. В детстве Юрий слыхал от сказителей, что сидит на той дороге соловей-разбойник и свистом своим сшибает людей даже и до смерти. Но придет, мол, туда богатырь Илья Муромец, тут-то соловью и конец. В отличие от мифологического соловья-разбойника, у богатыря Ильи Муромца имеется реальный прототип. Им считается воин из Мурома по прозванию Чеботок, современник Юрия Долгорукова. Согласно былинам, до 33 лет он был парализован,
а после чудесного исцеления стал великим героем, защитником Руси. В конце жизни Чубатов принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре с именем Илия и погиб, защищая свой монастырь от половцев. В 17 веке был канонизирован в лике преподобных. Проведенная в 20 веке экспертиза мощей святого Илии Печерского показала, что он обладал необычайно высоким для своего времени ростом – 177 сантиметров. Пока ехали до Ростова, отец занимался своими бесконечными княжескими делами, аж в глазах рябило. Все крепости по дороге осматривал, во все вникал, судил, рядил, распоряжался. Успел по дороге и с половцами сразиться и заключить с ними мир. Для надежности сразу женил Юрия на юной дочери половецкого хана. Мнение самого Юрия на сей счет никто не спросил. Когда прибыли, наконец, в Ростов, все оказалось еще хуже, чем Юрий ожидал. После нарядного и шумного Переяславля Ростов показался ему глухим захолустьем. Узкие улицы, приземистые дома. Вместо каменных храмов единственная на весь город деревянная церковь, а на Чудской половине и вовсе стояло языческое капище. Местные купцы и охотники, угрюмые, заросшие бородищами, похожи на леших. Бояре казались грубыми и неотесанными. А между тем Ростов был город древний, богатый и гордый. Когда-то в нем княжили и Ярослав Мудрый, и князь Борис, святой мученик, и сам Мономах. Но потом город долго оставался без князя и привык управляться сам. Хозяйственными делами занимался посадник, обороной Тысяцкий, глава ополчения, а все важные вопросы решало народное собрание – Вече. Почти во всех крупных древнерусских городах высшим правящим органом было Вече, от славянского «вет» – «совет» – «народное собрание». Вече решало основные вопросы управления, объявляло войну и заключало мир, устанавливало и отменяло подати и повинности, распоряжалась земельными ресурсами и финансами города, а также княжеским престолом. По решению Веча город мог не принять нового князя или прогнать старого, если тот не справлялся со своими обязанностями. Молодой князь проводил время на охотах, пировал с дружиной и припирался с боярами. Рутина, тоска и скука. А где-то там, за лесами, в Южной Руси кипела настоящая жизнь. Князья воевали с половцами и друг с другом, деля золотой киевский престол. Увы, Юрия Ростовского все это не касалось никак. Но вдруг пришло невероятное известие. Киев призвал на великое княжение его отца Владимира Мономаха. И 17-летний Юрий неожиданно получил право, пусть и призрачное, перед ним был целый частокол старших братьев, когда-нибудь стать великим князем киевским. В начале 12 века древнерусское государство представляло собой объединение княжеств, которые подчинялись Киеву. Все они платили в столицу ежегодную дань и церковную десятину. Великий киевский князь имел право ставить младших князей на престолы и переводить с одного княжения на другое по своему усмотрению. Он обладал непререкаемым авторитетом и был гарантом стабильности. Киев оставался общерусским торговым перекрестком, куда стекались огромные средства. Обладание Киевом было желанной целью для многих князей. Так родилась мечта, которая станет управлять его жизнью. И за то, что он будет через леса, через годы и войны упорно тянуться к заветному Киеву, он получит прозвание «Долгорукий». После смерти Владимира Мономаха киевский престол по завещанию перешел к старшему сыну Мстиславу и должен был оставаться в руках его потомков. Права и интересы младших сыновей, в том числе Юрия, не учитывались.
Мечту о столице следовало забыть навсегда. И тогда князь Юрий решил, что он сам себе построит столицу получше Киева. Он погрузился в обустройство своего княжества. Из постылого лесного Ростова он перенес центр в молодой город Суздаль, стоявший посреди живописной равнины. Местная знать была весьма этому рада и во всем поддерживала князя. В Суздале и в загородной резиденции появились княжеские хоромы и каменные храмы ослепительной красоты, каких на Руси прежде и не видывали. Храмы и дворцы в Суздальской земле строились из вытесанных блоков белого известняка. Камень добывали в мячковских каменоломнях на реке Пахре и везли более 300 верст. Строили белые церкви местные мастера, прошедшие выучку у византийцев или в городах Священной Римской империи. Небольшие размеры храмов, не более 200 квадратных метров, были обусловлены пределом надежности белого камня. Храмы, построенные при Юрии Долгоруком, стоят до сих пор. Три из них являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и украшением Золотого кольца России. Белокаменное строительство обходилось в 10 раз дороже обычного, кирпичного. Но князь не считался ни с расходами, ни с хлопотами. Его княжество крепло и богатело год от года. Юрий проложил прямоезжую дорогу через Чернигов, Путивль и Вятические города. Теперь любой желающий, хоть конный, хоть пеший, с небольшим конвоем мог вполне безопасно пройти сквозь леса, потратив на дорогу не месяцы, а недели. Все больше людей уходило из юго-западной Руси в Залесскую глушь, подальше от княжеских усобиц и набегов половцев. Суздальский князь Юрий Долгорукий охотно принимал переселенцев, освобождал их от налога на 5 и даже на 10 лет, выделял суды. Стараниями князя строились и укреплялись города Переяславль-Залесский, Тверь, Кострома, Дубна, Дмитров. И всякий житель этих земель, от смерда до боярина, должен был оказывать Юрию Владимировичу наивысшие почести, потому что он князь и обладает полной властью над просторами северо-восточной Руси. Оказавшись в окрестностях Москва-реки, Долгорукий решил остановиться в большом богатом селе Кучково у местного боярина Степана Кучки. Но боярин не обрадовался высочайшему визиту и должных почестей князю не оказал. С чего бы их оказывать? Степан Иванович сам считал себя здесь хозяином. Юрий Владимирович, не стерпя хулы той, повелел боярина схватить и смерти предать. Князь же, обозрев очами своими по обе стороны Москвы реки, возлюбил села эти и повелел на месте том поставить малый деревянный град по названию реки той – Москва-град. Села Степана Кучки сейчас являются районами Москвы. Село Кучково, центр боярской вотчины, располагалось на месте нынешней Лубянки. На Боровицком холме, там, где сегодня стоит Кремль, Юрий Долгорукий велел строить деревянную крепость. Сооружение с протяженностью стен около 1200 метров заняло треугольник между нынешними Боровицкими, Троицкими и Тайницкими воротами. Строительство деревянной крепости на Боровицком холме Юрий поручил своему старшему сыну Андрею, не сомневаясь, что тот справится блестяще. Андрей был главным помощником отца, его правой рукой и самой надежной опорой. Детей убитого боярина Кучки Долгорукий определил ко двору Андрея. Яким и Петр Кучковичи вошли в ближнее окружение молодого князя, а их младшая сестра стала Андрею женой. Быстро разобравшись с насущными делами, князь Юрий повелел учинить обед силен, накрыть обильный поминальный стол. Но поминать он собирался не боярина Кучку, а своего
среднего сына Ивана. Когда-то Долгорукий отправил его в помощь своему союзнику, князю Святославу. А тот Ивана не уберег. Получив известие о смерти сына, Юрий отправил союзнику Святославу короткий ответ. «Приди ко мне, братья, в Москов». Святослав ехал в горе и смятении. Он был в ответе за смерть княжеского сына. Как теперь оправдаться? Какие слова найти? Долгорукий ничего не спросил. Вместе отслужили панихиду. Вместе сели за поминальный стол. И только тогда князь Юрий сказал Святославу: «Не тужи о сыне моем. Если того Бог отнял, то другого сына тебе пришлю». И не дожидаясь, пока Святослав придет в себя, изложил ему свой замысел – воевать Киев вместе. У Святослава там были свои счеты. В Киеве недавно погиб его брат, и он хотел мести. А Юрий, как и прежде, хотел получить золотой киевский престол. Ни больше, ни меньше. Поодиночке у них не хватало сил. Вместе же они справятся. В это время князем киевским был Изяслав, внук Мономаха. Он правил на законных основаниях, по завещанию своего великого деда. Но Юрия это не смущало, как и то, что Изяслав приходился ему племянником. С Долгоруким шли четверо его сыновей со своими полками и Святослав с братьями. На стороне Изяслава Киевского, кроме родных братьев и большого отряда половцев, были переяславские полки. Однако Юрий успел провести с ними тайные переговоры, и в решающий момент сражения переяславцы внезапно остановились. Они сели на щиты и заявили, что не поднимут руку на Долгорукого, на сына Мономахова. Увидев это, из битвы вышли другие союзники Киева – половцы. Изяслав таким образом потерял сразу две трети войска. Положение было безнадежно, и он побежал. Дружина завязла в битве. Почти все были порублены или взяты в плен, так что через Днепр Изяслав переправился с двумя спутниками. Вернувшись в Киев без войска и даже без дружины, Изяслав обратился к киевлянам. «Будете за меня биться?» «Некому уже биться», — ответили ему киевляне. «Отцы наши и братья и сыновья все избиты. Ступай в свою волость. Ты знаешь, нам с Георги не ужиться. Когда вернешься, увидев стяги твои, перейдем на твою сторону». Изяслав отправился в свои владения на Волынь собирать новое войско. Киев остался Юрию Долгорукому. Сколько лет он представлял это в мельчайших деталях. Сколько лет он видел это во сне. И вот, сбылось. Он входил в город своей мечты. Торжественно, через золотые ворота. Киевляне толпились вдоль улиц и молчали. Никто не приветствовал нового князя радостными криками. Никто Юрия здесь не ждал. Киев открыл ему ворота, потому что он был сыном Мономаха. И только. Но не прошло и года, как Юрий успел основательно рассориться с киевскими боярами и вечем. По обычаю, князь, вступавший на золотой престол, заключал с киевлянами особый договор, в котором прописывались права и обязанности князя. Юрий же этого не сделал. Он не учел, что в Киеве, богатейшем городе, где сложилась мощная олигархия, привыкли к другим порядкам. И князь, который не считался с мнением бояр и веча, своенравных киевлян не устраивал. Тем временем к Киеву подошел Изяслав с большим войском. И тут выяснилось, что за Юрия никто сражаться не будет. «Иди к Суздалю», — было сказано ему. «Не можем с тобою быть». Это было хуже, чем поражение на поле боя.
Киев просто встряхнул его, как сухой листок с плеча. Так завершилось первое киевское княжение Юрия Долгорукова. Едва ли не все население Киева вышло навстречу Изяславу, чтобы сказать ему: «Георгий вышел из Киева, ты наш князь». Зная упорство Долгорукова, Изяслав взял с него клятву никогда больше не пытаться силой захватить киевский престол. Причем клятва была принесена в церкви святых Бориса и Глеба. Нарушить такую клятву было немыслимо. Прошло 4 года. Юрий сидел у себя в Залесской земле. Он старел, уходили силы. И давно осыпалась осенней листвой его золотая мечта о Киеве. Вся надежда оставалась на сына Андрея. Он давно уже был правой рукой Юрия, фактически его соправителем, и воевал за него, и вел переговоры. Его наследник, гордость, надежда. Юрий утешал себя мыслями, коль скоро он успел побыть киевским князем, его сын Андрей теперь имеет право продолжить борьбу за Киев, когда Изяслав отойдет в мир иной. Во двор влетел гонец на взмыленной лошади. Прямо как был, в заляпанной осенней грязью одежде, растолкав охрану, ворвался в княжеские покои. Весть была спешной. «Князь Изяслав Киевский, разболевшись сильно, умре». Юрий встал, опрокинув стол, и прямо по доскам и черепкам пошел, как будто собирался сразу дойти до Киева. Он остался последним из сыновей Мономаха. И его право старшинства уже не отнимет никто. Князь специально подгадал так, чтобы войти в город в вербное воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим, и со всей возможной торжественностью вокняжился в Киеве, на этот раз насовсем. Теперь-то он твердо знал, что Киев, его отчина, неотъемлемое владение, перейдет по наследству к любимому сыну Андрею. Прошел еще год. Юрий Владимирович сильно постарел и отяжелел. Ему перевалило за 60. Из-за пристрастия к шумным пирам и обильной еде он страдал от чрезмерной полноты и одышки. Он добился всего, чего хотел, но счастья не было. Только во хмелю Киев рисовался ему таким, о каком он мечтал, где его любят. В жизни быть князем киевским означало пребывать в постоянном напряжении, лавировать между боярами, вече и князьями-соперниками. Положиться было не на кого, кроме сына Андрея. Тот приехал к большой радости отца и несколько месяцев провел в Киеве. Долгорукий словно выплыл из глубокого похмельного омута. Когда сын рядом, и умереть не страшно, передав престол в надежные руки. Но наступил день, когда Андрей пришел к отцу и попросил отпустить его домой, в Суздаль. Оказалось, он только затем и приехал, чтобы отказаться от киевского престола. Для Юрия это был удар. Всю жизнь он положил на то, чтобы овладеть киевским престолом. Всю жизнь. Юрий не мог понять, как можно добровольно отказаться от стольного града. Но Андрей заявил, что ему Киев не нужен. Ни его бьющее в глаза богатство, ни его столичная спесь, ни его слава, от которой остался ныне один только морок. Настоящее величие стольного града было в прошлом, а ему, Андрею, нужна власть не призрачная, а реальная. Много лет он служил отцу верой и правдой, не щадя себя, до тех пор, пока отец не занял вожделенный киевский престол. Теперь же его сыновний долг выполнен. Долгорукий отказался благословить сына. Андрей молча поклонился в пол и ушел. Юрий даже не смог его остановить. С отъездом Андрея все внезапно потеряло смысл. Сын, надежда и гордость покинул его, бросил. Юрий остался один на один с Киевом.
городом своей мечты, который его не жаловал. Чем дальше, тем больше обид накапливалось и у бояр, и у горожан. И уже готов был вспыхнуть очередной киевский бунт, но не успели. 15 мая 1157 года, по словам летописца, Юрий Киевский, утешаяся со своими, упився без меры, и от всего пития разболейся и умре. Возможно, Долгорукий был отравлен. Его похоронили с крайней поспешностью, буквально спустя несколько часов после смерти. И в тот же день киевляне разгромили обе княжеские резиденции – городскую и загородную. На протяжении сотен лет имя Юрия Долгорукого почти не вспоминалось. И только в 40-х годах 20 века, накануне 800-летия Москвы, было решено вернуть Долгорукого в народную память, сделав его главным героем московского юбилея. Был торжественно заложен памятник основателю Москвы. В Киев отправились археологи и антропологи, чтобы по останкам Долгорукого воссоздать его скульптурный портрет. Но в предполагаемом месте захоронения останки князя обнаружены не были. Они не найдены до сих пор. Эпоха Киевской Руси уже подошла к концу. А в далекой лесной стране росли созданные Долгоруким новые города. И облака летели над стройными белокаменными храмами, красивее которых не было во всей Руси. Именно Юрий Долгорукий, сделав Ростово-Суздальское княжество центром русских земель, открыл новый исторический путь. Но сам двинулся по старой дороге, на юг, к осыпающейся славе Киева. Новым путем, на север, пойдет его сын Андрей, и вслед за ним вся русская история. Князь Андрей был полной противоположностью своего отца. Андрей был миролюбив и рассудителен. Он обладал редким даром красноречия, умел убеждать людей. И неизменно сильное впечатление производила на всех его искренняя набожность. С юности Андрей был лихим воином. Сказывалась кровь матери, половецкой княжны. Сражался всегда в первых рядах, и в пылу битвы бывало забывался настолько, что мог далеко оторваться от своих. В битве под Луцком молодой князь бросился в бой так стремительно, что дружина сильно отстала, и Андрей сгоряча врубился в неприятельский порядок в одиночку. Изнемогая в тяжелой сече, Андрей уже не чаял остаться в живых. Его конь был ранен двумя копьями, третья воткнулась прямо в луку седла. Последним усилием конь вынес князя к своим и тут же пал. Подоспевшие слуги оттащили Андрея подальше от схватки и с трудом сняли с него искореженный ударами доспех, под которым все тело оказалось сплошным кровоподтеком. Первое, что сделал князь, когда пришел в себя, велел разыскать своего погибшего коня и похоронить с почестями, подобающими герою. Андрей не любил шумных перов. Зато с наслаждением вникал в тонкости церковной службы. Деньги предпочитал тратить на украшения храмов и богословские книги. Отдыхал не с дружиной, а с семьей. Все это было необычно и удивительно. Князь женился не по своему выбору, а по воле отца. Юрий Долгорукий отдал ему в жены дочь убитого им боярина Кучки. По преданию, ее звали Улита. Все в Суздале знали, что князь Андрей очень любит свою княгиню. В летописи сохранился рассказ о том, как во время тяжелых родов жены Андрей бросился в церковь. Был праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Князь упал на колени перед иконой Божьей Матери и горячо молился. А потом омыл святой водой чудотворную икону, дрожащими руками собрал капли в скляницу и отправил жене. Выпив этой воды, княгиня благополучно разрешилась от бремени. Огромный караван медленно двигался по размытым дождями дорогам.
Весь княжеский двор с чадами, домочадцами и челядью, дружина, выжгородские священники и дьяконы, все с семьями. Будто некий малый народ совершал исход в землю обетованную. Князь Андрей уходил в свою отчину. Ростово-Суздальское княжество, где землепашцы не измучены вечным страхом войны и разорением, где он будет настоящим хозяином своей земли. Много лет назад также уходил в Залесье его отец Юрий Долгорукий против своей воли, с тяжелым сердцем. А князь Андрей шел легко и радостно. Он возвращался домой. Впереди несли чудотворную икону Божьей Матери, которую князь Андрей самочинно забрал из Выжгорода вместе с родовой реликвией – мечом святого князя Бориса. На берегу Клязьмы, в 10 верстах от Владимира, кони, впряженные в возок с иконой, встали, как вкопанные. И никакая сила не могла сдвинуть их с места. Андрей расценил это как волю Пресвятой Богородицы. Велел отслужить перед иконой молебен и потом горячо молился в своем походном шатре. И явилась ему сама Пресвятая Богородица и сказала ему: «Не хочу, да образ мой несеши в Ростов, но во Владимире постави его». На месте чудесного явления Андрей поставит церковь Рождества Богородицы, а позже и свою резиденцию Боголюбова. Столицу княжества он перенесет во Владимир, где с тех пор и будет пребывать чудотворная икона Богоматери. Владимирская икона Божьей Матери – самая ранняя и почитаемая икона Русской Церкви, общепризнанный шедевр мировой живописи. Создана в XII веке в Константинополе, как список с Иерусалимской иконы, написанный по церковному преданию евангелистом Лукой при жизни самой Богородицы. В конце XIV века для защиты от нашествия Тамерлана Владимирскую икону перенесли в Москву. Тамерлан без видимых причин прервал поход и ушел. Там, где состоялась встреча, то есть Сретение иконы, возник Сретенский монастырь и позже улица Сретенка. По преданию, Владимирская икона еще дважды спасала Москву от татарского нашествия. Ныне она находится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Почитается как защитница всей русской земли. Первое время в Залесской земле князь Андрей просто жил как частное лицо. Он переселился против воли отца, который когда-то поставил суздальским князем другого сына. Но когда Юрий Долгорукий умер, Ростов и Суздаль собрали всенародное вече и, вопреки всем завещаниям, сами пригласили на княжение Андрея. 4 июля 1157 года в Ростове, старейшем городе княжества, состоялась торжественная интронизация Андрея Юрьевича. И ростовцы искренне радовались этому. Они любили своего князя за его добродетели, набожность, но прежде всего за то, что он так открыто и решительно предпочел их землю стольному граду Киеву. Андрей даже не попытался включиться в очередной раунд битвы за великокняжеский престол. За следующее десятилетие в Киеве власть поменялась 7 раз. Все это время Андрей Юрьевич спокойно, обстоятельно отстраивал и украшал свою новую столицу – Владимир. По летописным данным, город Владимир на Клязьме был основан в 990 году Владимиром Крестителем. Однако археологические следы указывают на 1108 год. Основатель – Владимир Мономах. Андрей Боголюбский почти втрое увеличил город Мономаха. Входом в город служили 7 каменных ворот. Главные, монументальные золотые и серебряные ворота, соединялись с центральной улицей. При князе Андрее во Владимире и окрестностях были построены 30 храмов, в большинстве деревянных. Из белого камня возведен грандиозный Успенский собор, высотой превосходящий и Софию Киевскую, и Софию Новгородскую. В начале 15 века его стены украсят фресками великие иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный.
В конце 15 века он послужит образцом для Успенского собора Московского Кремля. Золотые ворота построили русские зодчие всего за 6 лет. Когда строительство уже подходило к концу, князь торопил мастеров, желая открыть ворота в праздник Успения Богородицы. И вот, наконец, леса сняли. Весь Владимир собрался посмотреть на княжеское чудо. На гигантских кованых петлях крепились мощные створы, покрытые золоченой медью. Их нестерпимый блеск поражал воображение. Но известь, державшая петли, не успела высохнуть. Петли вырвались из стены, и гигантские створы рухнули, накрыв собой 12 человек. Князь Андрей, узнав о трагедии, пришел в ужас. Это ведь его спешка стала причиной гибели невинных людей. Перед Владимирской иконой на коленях он молился о душах погибших. В это время строителям удалось приподнять упавшие ворота, и из-под них выбрались все 12 человек, целые и невредимые. Центром земли обетованной князя Андрея, его личным земным раем стало Боголюбово, место, любимое Богом. Двухэтажный княжеский дворец из белого камня соединялся крытыми галереями с церковью Рождества Богородицы. За 10 лет возникшая буквально в чистом поле княжеская резиденция стала полноценным городом с постоянным населением, торгово-ремесленным посадом и белокаменными стенами. Князь Андрей потому и получил прозвище Боголюбский, что проводил в своей резиденции практически все свое время. Отсюда он управлял своими землями почти единолично. Но в то время, пока рос и процветал Владимир, ситуация в других землях княжества медленно накалялась. Старые города Ростов и Суздаль не хотели признавать новую столицу. Ростовцы возмущались. «Князь не появляется на вече, ему нет до нас никакого дела». Такой князь их не устраивал. А претенденты на его трон имелись и вполне законные. Здесь, в Суздальской земле, жили четверо его сводных братьев. Любой из них был бы не прочь занять престол. Дальше так продолжаться не могло. Для князя Андрея пришло время решительных действий. Толпа на Вечевой площади Ростова волновалась и глухо шумела. Князь Андрей в кои-то веки соблаговолил явиться на вече, и у горожан было, что ему сказать. Князь встал. Толпа затихла. Сейчас начнется самое интересное. Князь будет оправдываться или раздавать обещания, и тогда веча выскажет ему все. Но князь говорить не стал. Он спустился с помоста в самую гущу разъяренной толпы, бесстрастно, как будто площадь была для него пустой. Мнение веча князя Андрея больше не интересовало. Все решения он уже принял сам. С боярской оппозицией князь разобрался быстро и жестко. Старых болтунов выгнал прочь. Молодых бунтарей бросил в темницы. Братьев отправил в Царьград к своему родственнику, греческому императору, не преминув при этом напомнить, как в подобном случае поступали его предшественники. Физическое устранение, ослепление, в лучшем случае тюрьма или насильственный постриг. Из старой знати рядом с князем остались только самые верные сподвижники и родичи. Братья его жены, Яким и Петр Кучковичи. Противовес боярам Андрей сделал ставку на новую аристократию, служилую, лично преданных ему людей из числа младших дружинников. Они зависели от милости князя, их так и называли милостниками. Впоследствии именно из них вырастет опора русского самодержавия – дворяне. Князь Андрей считал себя не просто правителем, но автократором,
то есть самодержцем у Владимира Суздальской земли, и намеревался распространить свое влияние как можно шире. Он начал каскад военных походов. Сначала на Волжскую Булгарию. Победа над булгарами принесла ему контроль над Средней Волгой. Затем Боголюбский начал войну с Новгородом. Самый богатый на Руси и один из крупнейших в Европе торговый город зависел от поставок продовольствия из других земель. Андрей запер Новгород в хлебную блокаду, вынудил его сдаться и посадил на княжение своего младшего сына. Но прежде Боголюбский отправил огромное войско на Киев. Княжеские битвы за обладание столицей всегда происходили у стен города, но в этот раз Киев впервые был взят прямым штурмом, как вражеский город в чужой стране. И на 3 дня был отдан войску на поток. Киевские храмы, где когда-то истово молился боголюбивый князь, теперь грабили и жгли его же воины. В Киеве Андрей так и не появился. Он посадил в столице своего родного брата, а сам, получив титул великого князя, остался во Владимире. Это был переворот в русской политической истории. Отныне титул великого князя был отделен от киевского престола. Таким образом, под контролем великого князя Владимирского оказалась почти половина Руси. Наведя стальной рукой порядок и вернувшись домой, князь Андрей не узнал свой земной рай. Там поселился страх. Те, кто знал Андрея 20 лет назад, теперь видели перед собой другого человека. Впрочем, рядом с ним теперь не было почти никого, кто знал его прежде. 3 его сыновей и все родные братья умерли. Со своими былыми сподвижниками он расправился сам. А те, кто остался рядом, боялись поднять на него глаза. По ночам князь Андрей тайно приходил в собор, сам зажигал свечи, у Владимирской иконы каялся со слезами в своих прегрешениях и молил о прощении до самого утра. Нестерпимая боль в шейных позвонках не позволяла склонить голову. Пытаясь искупить грехи, князь Андрей бесконечно раздавал милостыню. На свои личные средства кормил нищих по всему Владимиру, не гнушался даже прокаженными. Помогал увечным, которых множили год от года военные походы и грандиозные стройки. Он отправлял целыми вазами еду со своей поварни для больных и заключенных. А ведь прежде во Владимире почти не было тюрем. Князь сам построил их для непокорных и несогласных. Он сам загнал себя в этот гулкий каменный колодец. Сам выстроил вокруг себя стены, сложенные страхом, скрепленные угодничеством. Он не верил теперь никому и подозревал всех. Единственным преданным человеком оставался его слуга Прокопий, находившийся при князе неотлучно. Те, кто пробирался в ту ночь по переходам дворца, это знали. Они вообще знали про князя Андрея все. Яким и Петр Кучковичи, сыновья некогда казненного долгоруким Степана Кучки, много лет входили в ближний круг Боголюбского. Накануне князь, узнав о воровских делах одного Якимова родственника, велел его казнить. И остальные испугались. Они тоже были в доле. Не сегодня-завтра князь доберется и до них. Составился заговор. Ключник Анбал заранее выкрал из опочивальни Боголюбского его заветный меч, некогда принадлежавший святому Борису. Для храбрости заговорщики сначала спустились в винный погреб, хорошо подкрепились хмельным медом, а потом уже пошли к князю. Петр поскребся в дверь опочивальни, приговаривая тонким голосом: «Господине, господине, это я, Прокопий». Но князь даже с просонок распознал обман. «О нет, парабче, ты не Прокопий».
Оставалось только ломать дверь. Князь Андрей бросился за своим мечом и обнаружил пустые ножны. Убивали его долго. Князь был силен и даже безоружный яростно сопротивлялся. В 2007 году антропологи, исследовавшие костные останки Андрея Боголюбского, обнаружили следы множественных тяжелых ранений. Левая рука разрублена от плеча до кисти в 10 местах. Рубленные повреждения бедер и берцовых костей. В 2 местах пробит череп. Как минимум 3 удара вызвали фонтанирующее кровотечение. Судя по характеру повреждений, они были нанесены профессиональными военными, но с явными нарушениями координации. Экспертиза также показала, что лишь один удар пришелся спереди. Все остальные наносились в спину лежащему. Когда убийцы сочли его мертвым, то вновь отправились в винный погреб. Истекая кровью, Андрей Юрьевич сумел выбраться из опочивальни и даже каким-то образом спуститься вниз. В подклете под лестницей силы кончились. Оставалось несколько мгновений для молитвы. Господи, пусть и совершил я при жизни немало злого, но даруй мне отпущение грехов. Из подобия мя недостойного принять конец сей, как принимали святые мужи. Его нашли по следам крови на белокаменной лестнице. Добив князя, убийцы сорвали с него одежды, выволокли обезображенное тело на задний двор и бросили на съедение псам. В ту страшную ночь земной рай князя Андрея превратился в ад. Все население Боголюбова словно обезумело. Сначала разгромили княжеские палаты, потом дома княжеских управителей и мастеров, а потом всех подряд, кто побогаче. То же самое творилось по всей округе. Всеобщее безумие смогли остановить только священники, выйдя с крестным ходом на улицы города. Все это время князь оставался неотпетым и непогребенным. Церкви Боголюбова оказались закрыты для того, кто их с такой любовью построил и украсил. Лишь спустя несколько дней один из священников совершил чин отпевания и вложил тело князя в каменную гробницу. Андрей Юрьевич был похоронен в Успенском соборе Владимира 4 июля. Ровно в тот день, когда 17 лет назад взошел на Владимирский престол. Спустя 500 лет он будет канонизирован Русской Православной Церковью, и 4 июля станет днем памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Его отец Юрий Долгорукий цеплялся за прошлое. Князь Андрей же устремился в будущее так быстро, что обогнал свое время. Он строил храмы, которые на века станут эталоном русской архитектуры. И строил политическую систему, к которой страна придет только спустя столетия. Как некогда на поле битвы он оторвался слишком далеко от своих современников, от своей эпохи, не готовый принять его самовластие. И поплатился за это жизнью. Но остался последний резерв, который князь Андрей берег много лет. Самый младший единокровный брат Всеволод. Когда-то Андрей отправил его с матерью и братьями в Константинополь, подальше от возможных усобиц. Когда Всеволоду было 15, он вернулся по своей воле, единственный из братьев, чтобы служить князю Андрею. После смерти Андрея Боголюбского именно его брат Всеволод сумеет преодолеть все неурядицы и распри, собрать заново земли Владимирского княжества и присоединить к нему новые. Князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо будет править 36 лет, в 2 раза дольше, чем его старший брат. И эти десятилетия станут расцветом Владимирского княжества, которое теперь официально будет именоваться Великим.